Так, все, вроде сеточка готова, говорят. Сеточка готова, и Блай начинает ЗВЗ, между прочим, Блай против Намшара. Ну, не слабо ему оппонент, конечно, достался, но в нижней части, смотрите, всех поляков просто дискриминация. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь поляков, помимо одного, всех в нижнюю часть сетки запихнули. Не, ну это, конечно, жестко как-то с поляками обошлись. Вот. Я бы увидел бы здесь заговор рептилоидов. Но наших, к сожалению, столько нету, просто в плей-оффе тупо. Вот. Короче, ждем, пока стоп-старт пройдет. Ну, не факт, что поляк один будет в финале. Почему? Потому что там есть один не поляк, мультишвед. Ну, я сомневаюсь, что мультишвед выиграет. Ману, Соула, Нерча, Гуру, всех там, всех поляков. Все, стрим пошел, слава богу. А Твич пошел. Когда квали на ВКС будут, я не знаю, если честно. Ну, по идее, какие-то должны быть квалификации. Все, Twitch запустился, отлично.
Ну, ждем Блая теперь, пока он почеркает, там все сделает, я сеточку переношу сюда. Так, ну что, ждем Блая. Чуть там пакхи уже в какой-то игре. Не знаю, что там на Team Liquid у нас происходит. Так, каким вторым? Привет всем, Hyperdigital XQ, XK2TV, Good Game, все сайты, привет. Короче, Блай будет играть сейчас, все одновременно играют на Гуф ОСК. Вот. Ну, пока я не вижу, что-то хост, вообще, что он делает.
Эвертсворц. Нет, тут есть человечков несколько, на Искадова ТВ даже. Вот, ребят, что-то все затягивается, я не понимаю. Нам Шара Заев кашел. Все, нам Шар здесь. Отлично, я здесь, ребятки. Помните, что задержка пару минут, ребят. Все, наконец, начало, поехали, все здесь. Так, ну что, ребятки, нам шар пул первый, от Блая сверхбыстрый какой-то пул здесь идет. Ну, пул тоже безгазовый, но у Блая меньше дронов. Получается, нам шар делает контру, как бы, к блаевскому всему этому делу. Так, пошел газ сейчас. Блай проверяет, видит пул прекрасно. Да, линги у него заказаны. Да, побежали. Но нам шар, кстати, не спешит лингов делать сейчас. Блай пробегает вне овера вижена. Объезжает дрон на овера и будет обманывать сейчас нам шар. Каким образом? Он вторую на третий ставит. А лингами попытается сбрить нам шару хату. И, кстати, весьма вероятно, что сбреет. Почему? Потому что нам шар рабочий все это время строил. А здесь уже 6 лингов прибежали. Вот нам шар пытается покусать Блай. Не надо линга, ну Блай, ну ёп. Сразу бы линга отдает. Ну что за ошибки-то, блин, такие? Минус дэмэдж, минус вообще. Минус печаль полная. Королева спускается с линга. Из-за этого можно просто хатку была не отменить. Если вот он пытается ее отменить. Подгрыз еще лингов пару. Нужно забегать, нужно хату догрызать просто. И уходить отсюда лингами спокойно. Блай, что ты творишь?
Все, Блай уходит, хату ставит при этом. Но не делает, вот я не понимаю, смысл здесь ставить фейковую хату, если ты мува не делаешь. Как отбиваться-то сейчас? У лингов мува нет, ни хрена нет. Пробил Блай камни, а линги здесь еще при этом всем остаются. Зачем он Блай здесь оставил, я не знаю. Короче, это будет отданные линги, опять же, роучи. Есть пару штучек уже. Блай пытается уйти лингами. Ну, наверх зайди, отведи роучи, что ли, отмани, протяни максимальное количество времени. Намшар роучи вперед здесь выводит. Блай пытается лингами куда-то сныкаться, хотя бы там уйти на мую. На мейн надо мимо роучи пробегать, конечно, просто. Тянуть по максимуму время, просто не давать грызть камни сейчас нам шару. И все, что нужно Блая на самом деле сделать. Здесь музака, еще два роуча строятся. Даже не надо грызться здесь, надо просто понять Блая на 100%, что происходит. То есть увидеть еще роуч. Вот он видит еще одного роуча. Хата вторая готова. А что толку-то, что хат готова? Роуч ворон пошел. Нужно пробивать свои камни дома обязательно Блаю сейчас. Третьих хат никаких ему ни в коем случае делать не надо. Сейчас пуш пойдет и его просто убьет. Вот Блай 6 лингов строит. 6 лингами плюс королевой надо. Конечно, уже начинать надо давным-давно. Камни было бить. Намша сейчас потому что очень быстро вот эти убьет. И Блаю нужно время обязательно, чтобы вот свои камни пробить. 33-19 по рабам. Ну, в принципе, Блай уже фактически обыграл Намшара. Главное отбиться сейчас. Потому что по экономике все просто великолепно. Намшар улын полный делает. У него уже 9 роучи, есть 9 лингов. Блай тоже подстраивает лингов. Плюс 2 овера. Сейчас роучи у Блая будут заказаны. Сейчас 5 штучек он закажет их. Как раз на 5 газа. Вот видит он все намшаровское сейчас хозяйство. И так, камни завалил. Молодец. Где роучи-то, Блай? Личинок нету. Ну, ё-моё, 6 вот заказано. Личинки новые вываливаются. Намшар начинает грызть камни уже около Блая. Там реводжеров каких-то делает. Ну, ресурсов 400. Ну, плетку закажи, что, ё-моё. Просто не хватает личинок, очевидно. Блаю сейчас просто очевидно. Вот он только сейчас сообразил, что плетку надо сделать. Да вот здесь 2 сделал, все, отбился. 63-64 лимита боевого Намшара больше. Развел он сейчас Блая. Муф еще не готов. Заходит на ХГ сейчас на вторую базу. Пытается роучи окружить, зажимает роучи и минус Блай, похоже. Слишком много здесь намшара и слишком мало Блая. Тылы не успевают подойти. И это все из-за того, что хата вот эта фейковая у Блая здесь стоит. 1-0 намшар, конечно. Блин, как вообще это происходит? Я просто... Ну-то не чувствую тайминг, получается, Блай здесь. Я не знаю, как это объяснить еще. Ну, должен же опыт быть. Видно же, что там много намшара идет. Рассчитывал, что личинки будут. Ну, 400 минералов. Ну, понятно, где он камни будет пробивать. Крип есть. 3 плетки поставь. Все. Там экономики нет вообще. Печаль, конечно. Казалось же, выиграли. На самом деле, так вот, по задумке, игру выиграл. Вообще, по всем параметрам, но... Запрыгиваю Блаю.
Короче, ребят, нам шар 1-0, поехали, вторая игра. Блай нам шар, от Блая сверхранний Беллингбаст, тут даже еще пул не закат. Не, пошел пул, но у Блая уже почти готов. Ну, кстати говоря, не особо-то контрить нам шара билд блаевский, если Блай все четко сделает, Беллингов там законтролит, я думаю, может выиграть. Не, самолет у Блая только еще через 9 часов, поэтому я думаю, Блай не хочет ничего там быстрее сливать. Ну что, лимита у Блая больше, мув делается, Беллингнесс делается. Здесь у нас тоже Беллингнесс делается у Намшара, но он делается без мува, а это очень важный момент, я вам скажу. Начинает грызть Блай, отгоняет лингов намшаровских сейчас. Уже скоро Беллингнесс будет готов. Нам шара все больше и больше здесь лингов Блаев. Опять же, гоняет, но не надо только демедж получать на халяву. Принимает Блай бой. Одного линга нам шару сгрыз уже. Еще раз бой принимает. Еще двух лингов сгрыз оппоненту своему. Два Бейна морфит. Сейчас 3-4 Беллинга морфит. Хату надо догрызть. Блин, а как Блай вот так вот, я не понимаю. Хату не догрыз и пошел Беллингов морфить. А как он собирается атаковать-то нам шара? Да все, грызи хату и заходи на ХГ просто, все. Ну хату-то хоть догрызи, ё-моё, сам в хату выходи. Мув есть, все есть, все замечать. Так, все, хатку догрыз, отлично, молодец. Заказывает еще Беллинга, рабочих подстроил Блайчик, молодец. Парабам, кстати говоря, нам шар в плюсе сейчас оказывается. В значительном. Здесь у нас мува так и нету. Нужно реализовывать за счет своей хаты. Все. Лезть особо туда не надо сейчас. Реально, особо лезть вообще не имеет смысла сейчас Блаю. Там 4 бейна уже, там плетка. Нужно ли туда? Просто держать нам шара, в общем-то, на хайграунде. Пусть он там тусуется с королевами своими. Самому хату спокойно запилить. Построить новых рабочих, в конце концов, там еще побольше. И все. Вообще, мне кажется, Блаю нужно было просто сгрызть хату. Не морфи Беллингов максимально быстро с мувом отступить, гораздо раньше хатку заказать и дома бейнов наморфить. Или вот здесь вот где-то сбоку наморфить, чисто за счет того, что у него мув есть, а у оппонента нету мува. Так, здесь Беллинги хитро стоят сейчас. Можно хатку взорвать, смотрите, Блай вперед идет. Попытался взорвать хату нам шару сейчас, прикольно. Хотел за залп ее взорвать. Пытается на мейн пробежать, пытается сгрызть хату. Сгрызает нам шару хату, сгрызает дрона и отдает овера сейчас. Одного еще здесь второй висит. Ну, ё-моё, ну вот это-то зачем? Ну, хорошо, хоть саплай блока нет. 12 лингов еще у Блая заказано. Роуч ворон достраивается уже сейчас. Учит, будет с роучами в перспективе атака, в ближайшей перспективе. У нам шара доделывается мув линдом, кстати говоря. Нужно ли было вообще в роучи было сейчас выходить? Вопрос, конечно, хороший. Здесь овер спасся, это правильно, что спасся, это хорошо. Еще три роуча. Так, три роуча не еще, а просто три роуча у Блая заказано. Так, здесь Беллинга разменивает на два линга. Сейчас нам шаровских не надо драться тут. Надо бейнов своих прикрывать. Нам шар в наглую идет вперед. Ну, Блай вот в этом проходе контролит. Просто сейчас Беллинги доделывают. Нужно отступить просто, да, с бейнами со своими. Двумя в три разменивается. Вот первый раз вообще, реально, первый раз вижу игру, где Блай разменивается в плюс Беллингов. Обычно у него 5 в 2 размениваются его Беллинга. Ладно.
Пока Блай не слышит, можно вспомнить такие вещи. А то он обидится, скажет неправда. Ну, конечно, неправда. Не всегда, не во всех играх так. Но очень часто я видел, что вот именно так вот у Блая все провально в плане размена бейнов происходило. Роуч ворону нам шара. Блая просто надо вперед двигаться и все как бы сейчас. Бейлингов с перебором морфить не надо. Лучше Преводжеров парочку дел. Королева уже вперед поперлась. Или королева овера хочет подрезать. Я не знаю, королева походу овера хочет убить. У Блая овера летят вперед. Ой-ой-ой-ой. Как же неприятно, они летят вперед. Здесь плетка готова. Надо ее взорвать сейчас, эту плетку. Нужно сплетануть роуч просто. Очень много трансфьюзов у Намшара сейчас. Плетку врывайся. Блай взрывает. Там не понять, что вообще сейчас. Но взрывал Блай вообще, честно вам скажу. Взорвал Беллингов. Ну, королевы хоть две погибло, и то хорошо. Сейчас нужно плетку убить, еще Беллингов заморфить. У Намшара три первых роуч вообще морфится. Еще самые первые только. Вот из этих можно и реведжеров было бы сделать. Ну, Блай там еще роучи заказывает лингов. Да, желтеньких нужно назад поставить сейчас. Все, Беллинги готовы. Нужно заходить, Блай. Заходит на ХГ. Плетку подрезает. Так, все, плетку подрезал. Несколько бейнов выжили. Королевы пытаются нам шар тут бейнов пошатать. Блай доходит до лингов, молодец. Королеву сбривает. Лингами пытается роучи окружить. Двух зажал, не дает отступить на ХГ. Одного фокуснул, второго фокуснул. Нужно вниз спускаться, не надо лезть между двумя хатами. Конечно, иначе в тыл будут выходить юниты. Прирост будет в тыл выходить. А так сам, наоборот, будет Блай ловить вот этих роучи приятненько выходящих. Рядом прямо. Можно реведжера заморфить сейчас вот из этого краснейшего роуча. Где? 150! 150! Газа, блин! Вот, молодец, Блай. Морфит реведжера. 52-45 по лимиту. Линги дотекать еще. Сейчас два бейлинга плюс реведжер будет. Нам шар сам вперед выходит. Офигел совсем. Можно реведжера еще одного морфануть сейчас вот из краснючего. Да, хорош, Блай. Все, надо заходить. Бейлинги есть. То есть есть чем лингов взрывать Блаю. Нам шаровских. Взрывает лингов раз. Остальные линги где-то там сзади за роуч. Не сзади, а наоборот вперед вырвались за роучами. Фаербул падает, фаербул не попадает. 1-1, похоже на то. Так, фаербул на отступление нам шару, поэтому он дерется здесь. Блай, хорошо, роучи за контрол. Сейчас реводжера есть ресурсы морфануть. Да, есть сейчас газ. Все, морфится реводжер. Молодец, Блайчик. Все четко сделал. Еще один роуч окружен, но вот Блай таких ситуаций, конечно, микро момент, особенно вот роучи реведжеров он шарит, конечно, больше, чем даже Беллингбасты какие-то, умеет Блай играть, так что не скажешь. ГГ пишет нам шар 1-1. Так, чуть не поменяли мне плеер пока на Team Liquid, блин. Уже некоторые игроки в четвертьфинал вышли.
Так. Опять Блай фейкуют со своей второй на третий ставят. Пользуются своей репутацией чизерка. Так, я не понимаю, что так тяжело прочитать название стрима, что ли? Написано, что за турнир. Все написано. Ну что, ребята, Блая нужно побеждать. Нам Шара, в принципе, как бы на этом гуф ОСК в финале месяца. Не такой уж дикий состав, там всякие все жестики, поляки в нижней части сетки. То есть Блая можно идти просто вперед и забирать бабки. А денег нормальное количество призовой на финалах месяца. Вот. Сейчас я вам скажу сколько. 300 евро первое место, второе 150 и третье 4. До полуфинала дошел, уже как бы 75 получил евриков. Неплохо, что можно сказать здесь. Третью хатку ставит Блай, показывая, что типа да, я в мух тут играю, все дела. А Намшар делает Беллинг Нест первым вообще. Залетает, что он не понимает, что происходит, что ли, или что. Мув заказывает нам шар, отменил плетки. Кажется, он прочитал то, что у Блая есть фейковая хата, у Блая мув делается, уже почти готов. Мув, кстати, будет Блай роучами отбиваться, и интересно, или чем он будет отбиваться от нам шара, вот мне вопрос возникает. Да развернись вдвоем, сгрызи зеленого, ё-моё, блин. Дэмэджинами лингами бежит вперед Блай. Нет смысла, нужно регенить. Тихо, они, кстати, продемеджены практически одинаково. Третью нам шар хатку ставят. Слепую, кстати говоря, ставит ее. Прибегает нам шар, сгрызает на халяву 2 блалинга. К-контроль. Можно без потери вот таких лингов обходиться. Беллингнес, кстати, нам шар тоже отменил. А Блай начал масить лингов. У него уже 12 есть, обратите внимание. И еще 12 строится. И Роуч Ворон пошел, причем всеми лингами Блай хитренько оббегает вокруг. Почти всеми. Несколькими оббегает. У Намшар Роуч Ворон стоит, заказывает лингов. Не поздновато ли он их заказал-то, друг ты мой чудесный. Здесь уже лингов прибежало у ее и сколько. Блай заказывает дрончиков сейчас. Линги забегают, быстрее королеву окружать. Все, окружать, принимать, уничтожать, сгрызать. Линги любят грызть, пока никого нету. Дроны на халде стоят, что ж ты, Блай, не контролишь что? Начал наконец-то Блай законтроливать. Королеву хоть догрызет. Королеву догрыз вроде как. Здесь линги криво абсолютно дерутся. Намшар добавил лингов, смог отбиться. Но Блай уже по дронам впереди. То есть это забегание было вполне успешным. Королеву пытается сгрызть. Только похвалил, начинаются какие-то метания туда-сюда. Просто непонятные со стороны Блая. Линги все отдаются. Намшар сам лингов добавил, у него их только 19, у Блая уже 15 есть и роучи строятся. То есть Блай отбился здесь абсолютно точно, 63-42 по лимиту, все в порядке. Так, Блай контрзабегание лингами делает, в это время ему роучи убивают. Ну, морфи хоть реведжеров в конце-то концов. Морфить пытается Блай реведжеров. Линги еще заказаны в это время на третью забегание. Нет, на третью не получилось забегание. На вторую пошло забегание. Минус роуч на второй раз. Часть лингов дерет с рабочими. Да куда ты... Как меня просто это вымораживает, блин. Все линги в королеву долбятся там вообще. Роучи ведут вперед. У Блая 5 роучи, 1 реведжер, 30 лингов. У Намшара роучи уже больше, но линги отсутствуют в принципе. То есть как бы Блая реведжеров нужно сделать лингами, окружить оппонента и убить. Хотя боевой лимит одинаковый практически, что самое интересное здесь у Блая с Намшаром.
Реладжеры еще морфятся. Не надо лингов вообще давать. Нужно окружать вот эту армию намшаровскую. И просто не давать ему раскачиваться. Так, заходит Блай. Отвлекать частью лингов. В это время можно забежать на вторую спокойно. Блай опять же стоит. Вот, наконец-то Блай забежал. Королева подбрита. Подбрита пару ручек. Линги проходят. На мейн, на хайграунд заходить. Здесь фаерболить можно просто чудесно. Конечно, здесь можно не пускать просто на мейн оппонента, на его же. Что Блай делать пытается. Фаербольчики на рампу пошли, на рампу фаерболы проходят. Так, один линк там все остается. Еще фаербольчики падают от Блая. Так, отдаются роучи. Реводжер здесь есть. Мою минеральную линию пару фаерболов надо кинуть, что Блай делает. Мимо рабочих попадает, правда. 50-67 по лимиту, все еще в плюсе. В это время линги на второй разводят рабов, просто сгрызают все в хлам. Надо на третью бежать, третью хату просто сгрызть. Что Блай пытается сделать? А зачем этими-то лингами отступает Блай? Так, хатку третью догрызет, я вижу уже точно. А, ну хотя, в принципе, можно дома обороняться, сидеть сейчас спокойно. Хату сгрыз, и это самое главное. Переживаю за Блая, не хочу, чтобы он вылетал. Кого смотреть? Там поляков 8 штук, что ли, или кого? Ну, боевой лимит, кстати, одинаковый почти, нужно отметить такой факт. Забегают линги опять от Блайчика, нам шар видит это, пытается в ответку бежать назад, отбиваться. Сколько лингов? Нам шара значительно меньше, но у Блая основная часть лингов, вот они дома сидят. Забегает Блай. Линги с лингами дерутся. Намшар пытается отступать. Блай часть лингов в рабу вгрызается. Часть там атакует. Блай окружает дома Намшара. Роучи реведжеров. Сбривает все в хлам. Это минус Намшар. ГГГЛ пишет он. Хорош Блай. Ну, ЗВЗ у Блая вы знаете. Не слабое место явно. 2-1 Блай. Зря я переживал. Блай хорошо сделал все. Выиграл нам шара и будет дальше двигаться. Его уже ждет Фир, немецкий протус. Это я помню точно, что он протус сам с ним играл немало. Так, все, отлично, у меня Twitch выставился наконец-таки на Team Liquid. А на ГГ остался ГГ плеер, естественно. Телефон какое-то дерьмо качает тут без меня, смотрю. Обновление стоит.
Откуда оно взялось? Выкачал мне баблицо. Так, Антофа старый мой из института, кореш, одногруппник, спрашивал, как StarCraft купить. Лотв. Я ему подсказал, и вот он, смотрю, он уже онлайн, значит, разобрался, значит, наверное, все окей. А я пока налью водички немножечко, что-то уже мало ее помпа дырявая, плохо качает. Так, ну что, Блай ожидает. Фир против Блай у нас. Далее мы следуем по гуфу УСК. Была 1/8, сейчас 1/4, соответственно. Так. Все, поехали. Вот три Блайна. Блай. Нет, уже не Намшар, уже. Че, ладно, что писать. Фир разведка играет. Лив Мелон. Нет, не еду. Смотрите, что Блай здесь творит. Намшар ему блочит сейчас заказ хаты, а Блай просто не парится и ставит хату вот где. Это будет плетки против Намшара. Причем Намшар Нексус первый ставит, обратите внимание. Сейчас будет заказ на кибернетку, но она реально поздняя будет. Тьфу, Намшар, Фир, конечно. Какой Намшар, Фир же. Еще два дрончика пошли. Что-то Блай туда-сюда водит. Да сдай ты минерал в конце-то концов. Ё-моё. Поехал вперед. Пробка поехала. Палит сейчас дрона нам шар. И еще одного палит. Второй выходит. Блай видит пилон такой типа...
И в наглую к хате уже едет сюда, обратите внимание. Да, нам шар сейчас все поймет. Сейчас будет мув заказан. Ну, рабочий такой билд, это у Блая. Очень часто используемый. Плеточки сразу пойдут моментально. Так, 100 минералов есть заказано, плетка раз. Все, крип уже, Намшар даже застройкой своей крип видит. Вот он здесь рядом, крип. Выбивая двумя лингами пилон. Все, плеточки ставятся. Зелок, да, сейчас будет готов. Да, Мазеркор будет. Два пилончика сюда пошли, толку от них мало. Кстати, у Блая нет лингов, чтобы плетки прикрыться. Вот это плохо, конечно. Надо все-таки лингов было заказать. Мазеркор подлетает, сейчас плетку вот эту придется Блаю отменить. Да и вторую придется отменить, королева уходит. Так, одну отменяет заказ в другом направлении, вторую отменяет, третью тоже придется отменить. Блай, отменяй плетку скорее. Так, зелок помогает королеву убрать, королеву не убрать здесь. Второй вышел зелок, все, надо с лингами драться спокойно, Блай, и не париться. Окружать зелков, что Блай делает. Мазеркор фокуснул, все, минус Мазеркор. В итоге пилоны здесь стоят бесполезные, и толку от них нет никакого. Зелка пытается Блай забрать, контроль лингами оставляет желать лучшего. В некоторых моментах заходит внутрь, окружает зелка еще одного Блай. Это минус зелок, несмотря на то, что линги дэмэджные, все равно минус зелок будет. Мазеркор новенький вышел, тут Блай плетки убивает, ну толку. Ой, Блай пилоны убивает, ну от них и толку-то особого нету. Так, плёточка перекапывается ближе, раз, плёточка перекапывается ближе, два и три. Так, королеву Блай новую не заказывал, начинает бомбить кибернетку, плётки уже роба бомбят, надо роба убивать, Блай, обязательно сейчас пытаться, пока и Мортл вышел, или пока один всего лишь вышел. Намшар очень сейчас экономит оверчаржи, не хочет он раньше времени их применять. Да бомби ты, блин, дроба, конечно, Блай. Ну и Мортал один выйдет только лишь. Лингов строится много. И Мортал вышел. Королева помогает бомбить кибернетчику. Кибернетчика падает. Сейчас и пилоны будут падать. Блай тут накидывается на гейт. Пробегает лингами внутрь. Нужно окружить, попытаться нам шара. Пытается зайти. Начинает драться. Филд хорош. Пошел Мазеркор минус. Сентри здесь зажаты, Мазеркор падает, нужно новый Мазеркор делать. Намшар уже наверх перетеляется, там, насколько я вижу. Блай нужно подумать, на самом деле, о экономике, иначе будет печаль, беда. Роба строится на хайграунде, на мейн Блаю не зайти сейчас, вот что плохо. Так, гейт падает сейчас, Сентри будет уничтожен. Заходит Блай, филд получает сейчас. Ну, филд минус сейчас. Филдов, кстати, не будет у Намшара пока что. Нужно пробивать срочно пилоны, которые на ХГ стоят сейчас Блаю. Это обязательное условие вообще для успешной атаки. Так, здесь линги заходят, начинает плетки бомбить. Нам шар застройки, посмотрите, нету здесь. Так, кибернетчика живет. Здесь нам шар только новые стенки делает жесткие. Все, некусы падают, все падает. Блай пытается зайти на ХГ. Нужно плетки перекапывать еще ближе. Так, ну есть проход, что Блай ждет-то? Все, копаются плетки. Линги забегают, филд получает Блай здесь. Пытается Намшар тут и Морклом плеточки убить. Не так-то просто это сделать. Все, плетки начинают ковырять здесь. Ну, уже даже оверчаш не поможет на самом деле. Все, плеточки падают. Королева есть. Нужно заходить, пока проход широкий, что Блай пытается сделать. Но проход широкий, но недостаточный, чтобы всем прям сразу забежать. Так, адептика Блай тут расковырял. Ковыряет пилоны. Сейчас еще один Иммортл выйдет очередной. Нужно пробивать пилон срочным образом. Что Блай делает? Пилон пробивает здесь, пилон пробивает сверху. Королев нужно поднимать на ХГ. Линги заходят, вгрызаются в иммортлов, в адептов. Иммортлы живут, адепт падает. Сентря одна упадет у Намшара. Еще одна сентря падает. Но два иммортла живых, посмотрите. Так, нужно плетки трансьюзить. Блай, помни про трансьюзы. Трансьюз отсутствует. Линги кончаются, к сожалению, еще один оверчаж пошел. Неужели Блай не продают? Какой Намшар, блин, на самом деле? Это ж не Намшар. Все, я, блин, Намшара что-то сюда приписываю. Блай хату одну построил тут там рядом с домом со своим. Нужно как-то, я не знаю, дэмэдж-то в принципе нанес Блай. Нужно роба минуснуть, наверное, действительно. А что еще делать? Так, линги пробегают на мейн. Королевы зашли в наглую прям на ХГ сейчас. Нужно пробивать роба, конечно, убивать, стараться его.
что Блая делает, Роба убивает, чтобы никаких обсерверов, ничего там не было. Кибернетки нет, в итоге Роба нету, технологий нет. Намшар, все, Намшар уже в печали, как бы. Не, Намшар отсутствует. Заходит в лайф, все-таки дожимает. Он Фира, насколько я понимаю, или нет еще пока. Кибернеточка есть, делки подстраиваются, но сентрей зато нету. Еще три королевы углая, но он будет не давать спуститься сейчас вниз Фиру. На второй базе Блай добычу начинает, тут здесь хатку нужно ставить. Спускается Фир вниз, получает демеджа много, королева с гигантским количеством энергии зажат сейчас оказывается. Последний трансфьюз успевает Блай кинуть. Ну и зажаты снизу иммортлы. Королевы их ушатывают сейчас. Больше нет полей. Короче, все-таки Блай дожал. 1-0 все-таки. Здесь ничего Протсу уже не остается делать, кроме как ливать. Потому что лингов строится, ну, очень много с трех хат. Блай заходит на ХГ. Чем пилоны тут ковырять уже. Так, Сентрю убивает. Одну, вторую сейчас убьет. Да, уверчаш неплохой, королевы никуда не денутся уже. Ну, лингами надо сверху пробежать, просто Блаю, знаешь, вокруг сейчас. Убить этот пилон, наконец-таки. Еще один иммортл вышел. Ну, Блай что-то чересчур агрессивен. Чего, зачем так агрессивничать-то, я не понимаю. Блай прям хочет сгрызть, блин, Фира. Так, еще королева подходит. Здорово, Илюх. Линги, так. Ну, нужно ли Блаю так лезть-то дико, блин? Сейчас каким чудом? Просто, смотрите, по боевому-то лимиту близко. Сейчас какой-то чудо-контроль будет с филдами, с иммортлами. И пишем пропало. Так, линги заходят. Линги пытаются окружать центре. Адепты танкуют. Центри падают. Падает ног. Здесь королевы новенькие подходят. Королев уже 5 штук. Вообще не выйти отсюда. Фиру никак. Наконец-то спустился на лоу-граунд в очередной раз. Ну тут 28 лингов, еще Роуч Уоррен Блай там ставит. 34-27 по лимиту. Нужно окружать сейчас, пытаться проться. Идет вперед. Так, криптумор очередной выбил. Надо вот здесь криптумор восстановить. Заходит Блайчик вперед, пытается подрезать. Королевы бой принимают. Попытка фокуснуть. Проц пытается на ХГ уйти. Не, отсюда уже так просто не свалишь. Билды неплохие ставят, но линги неплохо там убивают адептов. Королева танкует замечательно. Королева трансфьюзится замечательно. Здорово, Илюх, да. Нормально. Чё-то захотелось Кириллу сегодня. Вот и сделал так. Будем надеяться, что не только он и не в последний раз. Так, попытка окружить еще раз идет. Окружаются юниты. Линги грызут очень жестко. И мортлы падают. Последний мортл. Так, вот он жив здесь с поля. Очень сильно его спасали. У него уже 18 юнитов нащелкано, но все-таки даже он не может вытащить эту игру. Потому что у Бла есть вторая база, а у Фира нету. ГГ пишет Фир, понял, что Блай его здесь заблочил наглухо просто. Молодец, молодец. Вторую игру ждем.
Могло не вкатить на самом деле. Так, Бистик или Ликанин уже бьются за выход в полуфинал. Будем надеяться за право сыграть с Блаем, а может быть и нет. Ну что, ребят, всех приветствую я. Напоминаю, что можете поддержать меня, мой канал, отключенными отблоками, премиумами. Ну, по реквизитам в описании еще и через плеер, конечно же. Ждем вторую игру Блая с Намшаром. Что-то хост пока не создается, и никто Блая не заходит. Я не через кого прыгнуть. Вот, наконец-то и хост подъехал. Отлично. Шкаф сделал процентов на 60-50-60 где-то я. Завтра доделаю. Спешил к вам на стрим. Вот. Почему у меня не новый ладер? Я не знаю, какой новый там должен быть, ребят. Поэтому у меня не новый ладер. Сейчас подойду, погодите секундочку. Привет, Фирер. Какая туча идет жесткая. Посмотрите, что Блай творит. Опять прокси-хатка от Блая. Опять чист, что ли? Опять спускается Фир, опять Нексус собирается ставить. Но это самое главное, что Фир Нексус собирается ставить. Не проверяет вообще на чизы Блая. И решил перестраховаться, что ли? Посмотрите. Да, кибернетка пошла, решил перестраховаться. Да ну его Нексусы, говорит эти. Так, пилон на лоу-граунде. Проверяет, где же хата. Вот один дрончик вперед поехал уже. Блай видит, что здесь происходит. А нужно ли? Может, Блай имеет смысл просто заказать здесь хатки и не просто вот вторую здесь ставить, лингами с мувом понапрягать и все как бы. И не ломиться у Лынова сюда, ведь он уже готовится. Нет, через фаржу надо через гейт грамотно это убивать с одной базы. Разведкой просто отбиваться, стараться. Через фаржу минус в том, что можно бейнов добавить, можно, много чего можно добавить, там лингами пробежать, короче, и попытаться убить. Так, 8 лингов уже строится. Намшар, опять Намшар.
Опять нам шара завезли. Фир, конечно, ставит пилон тут рядом. Второй зелок бежит вперед. Еще плюс дрончики приезжают. Нужно отвлекать, стараться сейчас. ЛК-2 плюс Мазеркор плюс пилон. Сейчас уверчажа будет. Будет Блай или уже передумал? Так, уже передумал, кажется, Блай здесь что-то делать. Чизовое. Дронов отвел немножечко. Можно без хаты даже попытаться запилиться. Так, фокус именно хатки идет сейчас с пилона. Королева готова. Отлично, что королева готова. То есть криптуморы будут, а все, что нужно Блай здесь, это крип и заказ плеток сделать. Все. Три плеточки заказано. Нужно в королеву сюда еще подвести. Криптумор ставится новенький. И плеточки строят. Сейчас крип будет распространяться. Нужно рампу пробивать. Ну, руба заказана, правда. То есть у Проца в этот раз все хорошо. Готовы плетки. Нужно их наверх уже ставить обязательно. Иначе беда. Что Блай делает сейчас? Плеточки заходят наверх. Лингов растолкали. Одна снизу остается пока перестраховывать здесь. Нужно криптумор наверх заводить сейчас. Принимает решение Фир сейчас. То, что он уходит на ХГ. Ну, не знаю, насколько спорное решение уходить на ХГ на самом деле. Так, Мазеркор здесь еще одну плетку Блай ставит. Криптумора 2 уже на хайграунд идет. То есть проблема здесь не только в выбитых зданиях, в потере Никсу. Проблема здесь еще очень важная в том, что здесь все будет крипом просто засрано. И очень тяжело просто спуститься, Нексус запилить опять же заново. Сейчас хата будет скоро готова, Блай. Наконец-то он дронов переходит, парочку дронов строит. Часть лингов умудряется просочиться на мейн здесь. Пытается Фир законтрить лингов, отогнать. Крипту. Так, плетки нужно перекапывать дальше. Почему кибернетку только одна бьет до сих пор? Ё-моё. Линги тут рядом. Надо на минеральную линию ворваться. Рабочих подгрызть немножечко. Блай бегает просто. Время тянет. Плетки уже на ХГ заходят. Смотрите. Линги в минеральной линии начинают грызть. Пока плетки заходили на хайграунд, Блай решил, что надо экономику бы подпортить Фиру. И он великолепно это делает сейчас. Плеточки бомбят, хайграунд вовсю сейчас. Иммортлов две штуки. Кибернетку сбить, чтобы варпа не было, Блай, пожалуйста, сбей кибернетку. Это очень важный момент. Так, если собьет кибернетку, все, ГГшечка, я думаю, Фиру сбивает. Отлично, кибернеточку сбил. И все. Все, 16 рабочих на 7 в пользу Блая. Кибернетки нет, варпа нет, есть 2 иммортла, адепт. Все, что есть вообще здесь. Криптуморы прибивают, принимают, убивают здесь у нас Фир. Так, линги заходят, попытка окружить имов. Имы врубают свои супер жесткие поля. Ну как супер жесткие, обычные поля. Здесь иммортла одного окружает Блая, но сзади 2 еще его прикрывают. 3 иммортла, ребятки, это сила даже против лингов, но... Не таких количеств, как у Блая есть. Они все дотекают и дотекают. Блай пытается рабочих побить. Убивает еще 2 рабочих. Ну и все, пожалуй. 6-16, 16-36 по лимиту. Блин, ну очень сильно недооцениваю я Блая в этих чизах. Их реально тяжело убить. А Блай справляется. Еще один иммортал тут Вира заказан. Видите, 2 раза. 2 раза проиграть такой теме и ничего не сделать. Она... А Фир, между прочим, ГМЛ. Я вам скажу. Dead Pixels. Команда, где раньше был True. GML, 37 место. Много игр достаточно сыграно. Браток уже на 34. Мега браток тут разбушевался. Стрэндж на 19. Молодец. Блай на 11. Вообще статс хороший, кстати. Блай молодец тоже. Хорошо тут идет. Нерч, конечно же, на первом. Нерч, шоутайм. Топчики, ютермал. Нерч, шоутайм, ютермал. Вот топ. Где-то рядом с Нут, Дрога там и все остальные.
Привет всем, ребят, на Твиче везде. Да, Намшара что-то это... Привязался этот Намшар, блин. Уж казалось, Блай ему проиграет, а Блай выиграл. И уже вообще Блай в полуфинале уже 75 евриков получает, на самом деле. Так, Канин победил Бистика. Вот это сюрприз, так для Блая просто изи 150 евро, по-моему, здесь прилетело. Блай ли Канин скоро? Сейчас начнется фактически. Где сетку глянуть можно на Twitch, я сам вам сеточку скину. Вот. Че, Хэппи не видать? Да вон он стримит. Warcraft. Что-то ты, по-моему, ослеп немножечко. Вот. Так что Хэппи теперь в StarCraft очень редко играет, короче. К сожалению. StarCraft такая игра, что по лунтиковски, ну, вот в нее тяжело, то не играю, то играю. Как бы здесь либо бьешься, либо нет, поэтому я как бы, ну, так, ладно, покатываю просто for fun. Так, что там такое? Так, все, ребят, я здесь. Сейчас будет прикол, на самом деле. Если Блай, выиграв просто Протса в четвертьфинале, фактически просто супер чизом своим любимым отлетит от какого-нибудь ЦСКА этого,
Конина, это будет прикол, конечно. Ну еще пока сеточка не готова. Так, ну что, ребят, первый полуфинал залетаем. Блай против Лили Канина будет сейчас битва.
Все, наконец-то битва начинается. Поехали. Блай против Канина. Ну, по-моему, Блай чуть повезло здесь, что Канин Бистика выиграл. Короче, ребят. Так, не ту инфу я врубил. Все, вот правильный захват делаю. Блай против Канина. Все, все отвлекающие моменты убираю сейчас. И поехали. Полуфинал у нас. Go FSK финала месяца. Блай уже 75 евриков, в принципе, выиграл. Канина, если выиграет, 150 уже за второе место. Ну и в финале возможность побиться против кого? Кто там идет? Там уже мана. Опа! Интересно. Гуру выиграл нерчап. Смотрите в ЗВЗ. Соул будет с Гуру биться. Мана на изичах. Прошел Градзуна и Матиза. Но это легкий для него оппонент. Посмотрим, как полуфинал будет мана. С кем там будет играть. Но уже не нерч. Уже как бы хорошо. Мана, конечно, напряженный оппонент. Но можно его обыграть. Но я думаю, с маной вот прокси хаты, правда. Хотя ХЗ, в принципе, я думал, и с этим могут не зарешать, а зарешали в итоге. Ловит овера сейчас Канин. Все, минус овер Блаю. Приятного тут мало. Хотя не минус, ведь 6 лингов подбежало. Очень-очень вовремя они подбежали, эти ребята. Овера нужно срочно спасать. Линги пытаются Мариков окружать, не получается. Минус 2 Марика. Нужно куда-то залететь здесь Блаю, чтобы стать вне вижена, короче, гремариков. Блай аккуратненько облетает. Тут пытается завести еще овера рядом, чтобы контролить Канинчика. А что встал-то? Лети дальше. Что стоять-то? Сейчас опять спалит тирана и убьет его. Так, Линги на мой пытается пробежать. Один, точнее, подбежал. Что, спалил? Старпорт спалил сейчас Блай. Старпорт на реактор. Это будет дроп в стиле Гумиху со стороны Канина. Минка 2 медивака, и это неплохо может сработать, учитывая тот факт, что у Блая игра в шпиль сейчас идет, и это очень опасно. Так, на второй бункер добавляется. Сажает Марика Канин туда. Блай пытается понапрягать, КСМ-ку пытается забрать, не забрать так просто. Ну что, понял Блай, что происходит? Я очень сильно сомневаюсь, что Блай понял. Семь мариков здесь и 6 здесь. 13 мариков и минка. У Блая спорка, королевы скапливают сейчас. 12 лингов Блая добавляет, понимая, что опасность какая здесь происходит. Подлетает Канин, Блай спалил. Королевами отогнал. Сейчас будет уже шпиль в ближайшее время готов. Ну, по лимиту Блай проседает, но он проседает почему? Потому что у него шпиль еще не заказан, не доделан. Здесь криптуморы вперед идут, Канин куда-то там полетает к третьей базе, а третьей базы нет, кстати. Блай, все окей. Зачем третья Блай в 6 муталисков играет сейчас, вот они заказаны. Нужно пытаться прогнать Канина.
Не очень-то получается. Блай, ну криптуморы новые пошли. На мейн медиваки залетают. Блайчик, ты что не контролишь-то нифига? Сейчас на халяву заблочат. Просто мейн канин. Линги заходят. Минка копается. Где вообще муталис? Где вообще что-нибудь? Сейчас что происходит? Да, хорошая минка по своим же марикам. Мутка вылетает. Начинает Блай шатать. Нужно спурку обязательно перекопать. Медивак минус. Посмотрите, Блай отбивается. Хорошая работа. Третью хатку нужно заказывать. Минку нужно убить. Где оверсир-то вообще? Морфится там рядом с рампой. Две королевы сплитит. Блай разводит. Ну, минка не убьет. В любом случае, как бы здесь королеву. Вот, прилетает оверсир. Начну сейчас королеву минку атаковать. И она не успеет даже стрельнуть. Мутка здесь подкапливается. Но три либератора уже ждут. Муталисков плюс там еще строятся. То есть, как бы, канин готов. Канин готов. По лимиту не проседает. По рабам вообще в плюсе здесь, смотрю, как бы. Очень даже неплохо по рабам канин выглядит сейчас. Забегают линги, плюс мутка мариков окружены, либераторы тоже окружены муталисками. Оказывается, ну в кучу-то в стек куда свел вообще только что сплит был, в итоге в стек обратно свел. Ну Блай, ну ё-моё, ну что за косяки-то? Так, рабочих пару-троечку подрежет, Блай обязательно подрежет. Линги пытаются на мейн зайти, Блай просто видно, что в плане контроля Блай, конечно, канина... Они на 342 АПМ, а где они вообще? Куда этот АПМ идет? Я не понимаю у него. Роуч-ворон у Блая заказан, дронов отстроил побольше сейчас даже, чем у Канина у Блая есть рабочих. Ну вот это, конечно, это не прокси-плетки, ребят, это точка сбора называется, просто вот хиповая точка сбора. Приехали дроны. Танк привет им передает, 2 минус, 2 уходит. Это даже, я не знаю, это серьезный косяк. Даже рефчика овера на точке сбора не такой косяк. Ну и то он как бы раньше был, сейчас уже и нет вроде такого. 1-1 Блай делает. Тут две армори и мех играет канин. Ой-ой, меха, любитель меха, канин. Чувствую сейчас веселую игру. Мы посмотрим на самом деле Блай против меха. Ну на Блая нужно понять сейчас как можно быстрее. Вот он факты-то видит, кстати говоря. То есть нужно понять, что это мех, нужно просто ставить четвертую и пятую сразу пригнить на респе, а лучше на его респе вбомбить вообще. Привет, Буттлнетч. Чейнджинг побежал от Блая, посмотрите. Он же мимикрит, 107 секунд ему жить осталось. Реводжеры на центре, здесь либераторы у канинчика, Блай это видит. Хайв делает при этом. Так, по либераторам залп идут, ну канин уводит, нормально все. Будет раскладываться здесь? Нет, пока не раскладывается. Блай накидывает фаерболов, пошли сканы. Сканит канин, видит четвертую Блая, понимает, где она находится. Циклоном пошла, кстати говоря, по циклончикам грейд пошел. Это танки Гелиона, циклоны, что ли, какие-то? Я пока понять не могу вообще, что именно канин хочет сделать здесь, предпринять. Но я вижу только одно, что экономика у канина отнюдь не слабее блаевской. И ультралы в такой ситуации против меха, мне кажется, не лучшее совсем решение. Так, Микос пошел, три либератора заблочены, еще Микос нужно кидать. Трех Блай забирает сейчас, но это неплохо сыграно было.
Так, здесь либераторы перераскладываются. Значит, тут фаерболами Блай бегает, напрягает, 16 дронов строит, пятую хату заказал. Есть у нас либератор на 4-й, есть, ну, два муталиска его принимают спокойно. Чуть тут Блай пытается экономику понапрягать. Ну, три базы Канина, нужно спайр, нужно не просто грейтер спайр, нужно строить два спайра, грейды делать. То есть, как столько ресурсов, нужно грейды делать из трех эволюшн и из двух шпилей, чтобы тройки все были там быстро. Почему? Потому что против меха только так и нужно играть, ведь эти юниты жирные, все крепенькие, если у Зерга будут масс-юниты, которые будут круто драться, это и будет его спасать. Вот, кстати, прилетают два хелбата, блин. Тут, конечно, грейды не особо помогли бы, но их просто надо контролить. Рабочих Канин наубивал несколько штук. Тут у нас опять хелбатики летят. Заблочены хелбатики, минус медивак. Хорошая работа, Блай. Так, фаербольщики по танкам идут. Два танка Блай забирает. Тут фаербула на либератора. Еще пару фаерболов кидаются. Неплохо Блай вроде как бой принял. Но нужно выйти из ренжа танков. Нужно хелбатов отдельно шатать сейчас. Что Блай, кстати, игра и делает. Вполне успешно, кстати, делает. 173-155. 4 ультрала первых заказано. Ну, Канин четвертую базу занял. Обратите внимание. И в центре стоит. Как бы оборона есть. Все в порядке. Облако Вайпера, каст Циклона. Думаю, что не сбивает Облако Вайпера, каст Циклона. Хотя не уверен. Почему? Потому что это не прямая атака получается. Это как скилл. То есть, наверное, нет. 2-2 у Канина уже почти грейды доделались. Но напомню, что в Лотве грейды отдельные на атаку воздушную и наземную. И поэтому воздух, например, у Канина не грейджный. Но Торы, блин, я Торов вообще тысячу лет не видел. Даже хорошо, что Канин мистика выиграл. Пусть он как бы не супер будет там жесткий игрок, но посмотрим, что он сможет сделать просто и все. Так, Хелбатов он сможет дропнуть под Ультрала. Ультрал сможет их покатить просто за несколько ударов. Улетает медивак, очень демедженный он. Ну, сныкался. Здесь что-то Хелбата от Канина жгут, но здесь плетки с муталисками, здесь медивачки есть. А, здесь королева есть. Вот медивак опять залетает, Блай не контролит. Ну, что за контроль, Блай, вот он. Туда-сюда летает. Все, в работе. Канин умудрился дропнуться. Блай в это время армия основной бегает, поэтому дропчик успешный. Посмотрите, опять ножок рабочий. Сколько можно-то уже? Блай перестал грейды делать, сейчас карапторов каких-то заказывает. Там масс-либераторы, блин. Как Блай против грейженного меха драться собирается, понять до сих пор не могу. Муталиски есть, все есть. Просто берешь F2, жмешь в такой ситуации, видишь всю армию, через контролец муталиску берешь, приводишь сюда, блин. Так, не знаю, забил ли Хэппи на СК-2 или нет, но судя по тому, что не играет в СК-2, видимо, да, забил. Груды от Блая прилетают. Есть либераторы, есть циклоны. Кстати, циклоны, мне кажется, брудов могут отбивать. Блай начинает по планетарке атаковать. Ну, бессмысленно планетарку атаковать, по-моему. Газа надо убивать понемножку.
Ну, сейчас у планетарки сотка будет. Убийств просто 100%. Пока там брудлинги эти будут грызть ее, пройдет 1000 лет. Надо зеленку поставить на планетарку, чтобы не стреляла, а то брудлинги демажи. Ну, хотя там колбат есть с другой стороны рядом, тоже стоит. Секундочку. Зададим им жару. Так, все, я здесь, ребят. Либератор здесь с муталиском дерется. Муталиска, кстати, развалит. Угла брудов все больше и больше. Я чуть не понимаю. А что циклонов-то зачем строил? Чё циклонами-то не подраться? Вот эти ультралы с циклонами будут нормально разговаривать. Брудлинги оккупировали, все просто грызут жестко. Циклон приходит, первый циклон падает, ультралы идут вперед, зеленка на все накидано. Как? Вы видели, что циклоны сейчас сделали с ультралисками бедненькими? Так, циклоны здесь и у грудов захватывают, два пытаются притягивать. Ну, пару прицелил, но груды-то тут под ударом, обратите внимание. Просто отбивается на изичах сейчас, я бы сказал, даже так. Лили Канин, но... Блай атакует просто, смотрите, на воздух грейдов нету, здесь 3-3 земля просто, уже на воздух пошли грейды, а Блай вообще, ну вот что за, против меха играть без грейдов, это просто самоубийство на самом деле. Реально, как бы против меха, ну, нужно все грейды, нужно все тройки, на воздух, на землю, потому что... Иначе вообще будет разваливать просто в хлам тиран, когда ты в лоб с ним захочешь драться. Либо в лоб не драться, какие-то разводы играть. А как, какие разводы? Канин на опыте, у него тут туречки есть. Ну, хотя мейн не особо прикрыт, на самом деле. Титан. Ну, Титан, да, там что-то порывался поиграть, но потом забил. Блай купится. Ну, у Блая запас, естественно, на его стороне. Тут запас ресурсов. Ченджлинги бегут вперед. Планетарки залп минус ченджлинги. Сразу же Канин занимает. Это уже пятая база, кстати говоря. Циклон пришел. Смотрите, как он с грейдом. Вот с этим грейдом уникальным. А у него сделан уникальный грейд. Он просто роучи разрывает в клан. Корабторы добавлены. У Блая бегает. Как не было грейдов, так и нет. Если Блай сейчас проиграет, просто не удивлюсь. Потому что грейды надо делать. Так, роучи заходят на пятую базу, сейчас пытается Блай разводить. Канин выпустит груду. Смысл вообще с этой планетаркой драться? Какой? Надо вот сюда обойти где-то. Роучи стоят, ничего не делают сейчас. Или Блай ждет, пока планетарк добавится. Мехозы мимо пошли. Караптор взлетает вперед. Батлкрузер уже первый у Канина готов. Посмотрите. Батлкрузер — это сила. Планетарочка готова. Блай роучами как стоял, так и стоит. Грейды как не делались, так и не делаются. Ну что, здесь роучи тоже отдались, насколько я понимаю. 10 гидралов Блай строит. И гидралы вообще. Зеленка не поможет брудингам. Зеленка планетарку бы заблочила. Брудлинги бы, она бы не стреляла. А, ну хотя, кстати, планетарка вплотную бы по ним стреляла, бы, получается. Все правильно. Так, Блай начинает зеленочкой поливать уже канинскую ЦЦшку здесь. Фаербул и парабам, зеленка, конечно же, он ЦЦшку сбреет, но просто сейчас всю армию отдаст за это. Наламывается канин, разгром происходит. Здесь, видите, Блая громит просто батлкрузеры, торы. Здесь вообще жесть, посмотрите, какая здесь вообще. Фига себе, кстати, это все очень эффективно дерется. Смотрите, циклоны-то через оклик нормально убивают. Просто Канин Блая сминает сейчас и на 3-3 идет вперед против гидры голой на 2-2. Да какая к черту гидра-то? 21 с гидралисков и 23 делают. 3 с гидралисков, ага, все, это убьют, конечно.
Очень сильно сомневаюсь в этом. Канин это мех игрок, да, он мех очень любит. Здесь сэшечка новая летит, уже базу занимать. Блай заходит, ядрой. Зеленку кидает, здесь циклоны, здесь батл-крузеры, здесь либераторы, здесь просто дичь. Торы сильной атакой своей атакуют жесткой сейчас. Так, циклоны даже ядро очень неплохо сейчас на самом деле расшатывают. Но нету танков, и это важно, потому что без танков тяжело здесь против ядры биться. Так, циклоны там и ядру шатают, все шатают. Засел канин на ксилнаге. Блая пока что больше по лимиту, еще 28 лингов плюс гидра строятся. Грейды Блай как не делает, вообще так и не делает. Как не делал, так и не делает, прошу прощения. Здесь нужно сплетануться и хтоновом грамотно делать. Циклоны спустились, минус королева. Пытается кони тут хату. Хороший юнит, посмотрите, массово решает неплохо. Так, Блай надо с двух сторон просто вот это убить сейчас кони. Но если Блай убьет, шансы хороши. Блай идет на планетарку на дальнюю, блин. И опять приходит под готовность планетарки. Так, есть роучи заход, здесь есть что пошатать. Линги где-то сзади. Планетарк, все, готово. Какие линги уже? Не убить здесь нифига. Начинает грызть. Ну, кстати, здание без армора. Линги сгрызают рабочих. Армора 0. Ну, юнитов много убивает сейчас. Уже планетарочка. Приходят циклоны, приходят все здесь для того, чтобы отбить это дело. Танки приезжают, канин отбивает просто планетарку свою. Знаете, Блайю здесь реально как-то не вывести канина, реально просто. Какие-то чудеса на виражах. Нужно в размен идти. Так, попытка поймать двух гелиончиков. Ловят. Линги 2-3, гидралиски вообще 2-2. Ну, хоть для... Хоть на землю-то грейдып сделал, ё-моё. Блай даже на землю не делает. Ну, что за бред? Видно, что опыта просто нет против меха канина. Так, линги опять забегание делают. Но только не на планетарку, я прошу. Так, танчик залп делает. Нужно сгрызть танчик сейчас, что Блай делает. Нет, не сгрызает, что сначала начал грызть, потом передумал. Короче, здесь танк всех лингов зашатал, вот только три на него сагрились, убили. Линги пытаются забегать, есть гелиончик. Ну, гелиончика линги сгрызут, скорее всего. Хотя нет, линг контролят, и линги с двумя армор... Ну, армор против гелионов в синем пламени не особо, конечно, решает, но тем не менее... Блай, урезанная версия Старкрафта без грейдов. Или тренер сливка. Все равно имба мех, как бы ничего не сделать. Только канин об этом знает, единственный вообще. Уже больше я ни от кого меха не видел. Батл Крузер, по-моему, сейчас он сделал телепорт просто на дальнюю базу Блая. Посмотрите, тактический скачок сейчас был. Тактический скачок заводит сейчас. Уходи, Стуков, сваливай отсюда. Нет, Стуков не свалил, и Блай его сейчас сделает, короче, зергом по ходу дела. Вот. Не смог уйти, но нормально, тактически скакнул, но неплохо сюда. Пошатал базу просто батлкрузером, можно еще построить. Но... Неплохо смотрелся в миксе. Был один, ну, как бы, жирный такой юнит, и пиу-пиу делал, там, как бы, хорошо летал, в принципе, батл. Ядра плюс вайперу... Опа, Блай догадался сделать третью атаку на ядру. Вот это да. Блай догадался не только третью атаку сделать. Так, приходит масс ядра, Блай ставит зеленку. Зеленка неплохо работает, но канин добавил танки. И с танками уже Блай просто и не справится. Смотрите, пошел опять замес. Просто... Какая-то жесть происходит. Смотрите, Блай опять отдался. По потере давайте глянем. 41 тысяча на 26 не в пользу Блая. Ну, не двукратное, но почти двукратное вообще преимущество у канина. Еще и золото Блай восстановить не может. Нужно респы верхние, нужно чужую тогда респы занимать. То есть при таких потерях только с овер-экономикой можно победить. Приходит канин, второе золото забирает. Вообще 195 на 133, если вы не заметили. И вообще это все очень похоже на 1-0 в пользу канина. Танки просто гидралисков расшибают, башку им просто вообще в хлам. Такое ощущение, как будто действительно... В этот раз тираны подготовились, а не как в звездном десанте.
прилетели нелепые корабли, и жуки просто каким-то высерами своими синими сбили. Здесь у тирана техника есть, а не одни пехоты, не одна пехота. Не одна пехота. Зачистил центр, тут Канин Блай делает забегание к Канину на дальнюю базу. Здесь автотурели справляются с лингами, они же теперь жесткие. А это что такое? Опа, взрывная шрапнель. Я вообще такого грейда не знал даже. Урон автотурель. Не, я помню, я видел его раз. Урона автотурельками больше, то есть турели вообще жгут от рейвенов. Они и так-то демеджа наносят жестко сейчас, там 16, по-моему, а будет еще больше. Еще и сикер миссилами жестче. Все, у Канина сейчас тройки на мех будут грейды. Блай как бегал ядрой, так и бегает. Это бесперспективная ветка развития. Канин встал в центре, и, посмотрите, Блай ничего здесь делать не дает. Просто сейчас на двух золотах закажет по планетарке, и здесь в центре планетарку, и все вообще как бы... Зерк в клетке окажется. И микс такой, все есть, посмотрите у Канина. Торы, елеончики, танки, либераторы, викинги, рейвены, циклоны. Просто все юниты, всех юнитов. Только Battlecruiser погиб один там. Ну это, блин, Стуков тут почувствовал силу слишком жесткую, полетел вперед и его приняли гидралиски тут. Вы сами все видели. Ну, смотрите, как спорку циклоны убивают. Просто жесть какая-то. Как, я не знаю, как криптумор просто. Притягивает Блай несколько юнитов. Ну, давно надо было начинать это делать, но за то, что притянул, по-моему, больше погибло. Тем более, даже Тор этот выжил, обратите внимание. И опять Тор ушел. Говорит, не хочу к вам идти, и все. Либератора Блай принимает. Посмотрите, вот. Посмотрите сюда на грейды. И посмотрите вот сюда на грейды. И вот сюда на грейды посмотрите. Вот это грейды. А вот это вот, что это вообще? Вот это вот такое, вот это что? Ну ладно, вот это. А вот это-то что? Я не понимаю. Так, потери 47 на 29к. Еще не в пользу Блая, пытается вайперов здесь разменивать. Ну, Тора одного заберет. Молодец, Блай. Кстати, у Канина здесь... Не, ну у него большой лимит, кстати, боевой. Тоже очень большой. Блая нужно как-то... Так, вот, притягиваются циклоны. И вайперы падают. Блаю Нидус нужно сделать. Я не знаю, что-нибудь нужно сделать, но только не в лоб драться. Базы Блай не может нормально добывать. Запас есть ресурсов. 7 брудов заказано. Так, спорки Блай свои тут выпивает. Нужно, блин, доводить до красноты, но королевами чинить. Зачем терять-то? Так, здесь танк роущий забирает просто. Один там что-то постреливает. Блай пытается с разных сторон шатать сейчас с Канина. Не так просто это оказывается. 7 брудов. Ну, блин, бруды без 3-3. И это очень плохо. Что, 20 кончика минус? Викинг минус. Трансюзится Блай постоянно.
Пинды канина. Так, 4 циклона здесь, 6 сорбиталок. Бараки, фактори и старпорты. Все, F2 канин просто в лая разваливает. Вообще, посмотрите, у него только циклоны отдельно, 4 штуки забинены. Здесь F2 просто заходит на изичах и на остальную армию. Во прикол-то. Так, бруды летят вперед. Бомбят Тора, сейчас убьют. Блай с брудами двигается, с королевами решил канина прогнать. Пошел замес. Ну, Блай хоть что-то, кстати, сейчас убил, но все равно основную битву-то сливает. Здесь так, прилетают банши, а между прочим, у Блая обнаружения здесь нет. Королев, конечно, много здесь с трансьюзами, но они не могут уйти без крипа нормально от либераторов, поэтому либераторы их убивают. Блая нужно сваливать, у него просто отсутствует газ практически сейчас. Так, Микус еще пошел, пытается спасти своих королев Блай. Трансфьюз где? Трансфьюз пошел. Нужно либератора сбить одного и второго. Либераторов сбил, протрансфьюзился еще раз. Ну, хоть что-то наубивал канину. Вот где сейчас лингов масс? Вот сюда куда-нибудь. Сюда линги, сюда. Забежал туда, сюда, сюда ниду спилил. Здесь за контроль, здесь даже не планетарка. Вот, смотрите, пробегая сюда, здесь проход свободный. Есть разведки, Блая просто недостаточно. Да, он видел даже эту базу. Видит, что орбиталка, между прочим, здесь даже он. И никак на это не реагирует. После замеса потери ки 58-42. Ну, как бы здесь Блай убил, на самом деле, много в этом замесе. Все, пошли наконец-то забегания. Ну все, везде планетарки, линги, поэтому здесь особо не спасают, здесь какие-то циклоны, Блай поймал. Затишье начинается. Так, сбил либератора Блайчик сейчас. Канин копится, Блай. Ну, канин значительно лучше, чем Блай копится. У канина всего больше, обратите внимание. У него газ хорошо добывается, у Блая газа просто катастрофически не хватает. Наконец-то восстановил. А вот здесь надо добывать, везде надо добывать сейчас. Так. Месторождение минералов выработано. Так, ребят, прошу прощения. От Сергея Владимировича, Боча 78 РУ, 125 рублей на Сбер приходят. Спасибо за стрим, спасибо тебе, Боча, большое. В связи с этим скажу, что, конечно же, вы можете поддержать меня и мой канал отключенными адлоками. Премиум по реквизитам писали через флэр. Народа очень много. Какой состав армии у канина? 8 торов, 6 циклонов, уже не на циклона ставочка. 12 гелионов и 2 хробата, 14 гелионов, 6 ревенов, 2 танка и 6 почти либераторов, 7 ревенов и 2 танка. Здесь платье забегание лингами делать. Здесь по всему пути этих лингов стоят гелионы. Ну вот когда надо, сразу после боя, пока тиран не восстановил лимит, Блай ничего не делал. А сейчас забегания пошли, и два линга наносят больше дэмэджа, чем вся армия, по-моему, Блай тут хоть что-то подгрызли. Канин приходит, отбивает. Гидра как была, а нет, третий армор Блай сделал. Смотрите, и на воздух у Блая 2-1. Неужели? 2-1 на воздух стали грейды. Чудеса, да и только. Так, идут сканы постоянные от канина в центр. Ну, Блай занял, кстати, много баз. Ну, не канина столько же баз занято, сколько у Блая. Вот что он прикол. А для Блая с таким, короче говоря, разменом, как у него сейчас, это вообще не вариант. Тем более он грейдов не делает. Ему баз нужно больше гораздо.
Так, циклоны наверх заезжают. Блай пытается лингами их отбить. Ну что-то линги стоят, ничего не делают. Плетки перекапывают полгода. Здесь у нас зеленочка пошла. Микос. Опсикирочек по гидре. Бедный гидралис. В минус сейчас его сразу же. Вайперы циклонов пытаются поймать. Вот, посмотрите, циклоны заехали. Кстати, для Хараса вообще юнит. Еще и вайперы забрали. Все, минус две базы Блаю сразу же. Вот те циклоны заехали, называется. Восстанавливает хаты Блай сейчас. Дистанс майнингом занимается. Грейды не делает на воздух. Когда-нибудь ты мне все выплатишь. Вот он, значит. Ну давай, давай. Главное, синевы много не бухать. Слишком. Здесь у нас спорка плеточка отгнивает, и вот здесь еще плеточки отгнивают. Без скрипа они плохо себя чувствуют у зергов во втором Старкрафте. Да и в первом тоже. Не, на рептилоидов миллиард. Там еще много собирать. До конца жизни, походу. Отступил бы этот Канин. Так, танки пробиваются сейчас, залпы груды делают. Блин, вторую атаку, Блай, ну неужели? Вот один шпиль, вот, смотрите, вторая заказана атака, посмотрите, сколько ресурсов. Закажи ты сразу третий армор, пусть они делаются сами там, забудь про них. Потом услышишь, что Грейд оделся, еще и третью атаку сверху заказал. Пусть хоть с одного спайра делаются, в конце концов. Так, хаты Блай восстановил, начинается добыча сверху. Ну, Канин-то еще даже не начал вон целую базу добывать. И здесь снизу, кстати, планетарка и орбиталка. Ну забегай, не хочу. Почему Блайт туда не забегает? Так, идет Блайт вперед. Либераторы, викинги, торы. Все это двигается. Королевы под ударом. Впереди брудов стоят, ошибка от Блая ужасная. Брудов сминает сейчас Канин. Пошла жесточайшая атака, секира не долетает, нифига правда. Бруды пытаются ступить, откидывается Блай брудлингами сейчас как может. Отступает, пытается ступить. Ну, не нужно дать просто базу убивать. Пусть Канин тут по центру ходит сколько хочет, но самое главное, чтобы база не убивал Блая новая. Так, гидра наламывается. Нужно так, брудлинги есть, нужно либераторов чем-то подбривать. Блайтус прогоняет Канина, до заказ сделал, плюс три вайпера еще. Торчик падает, сейчас упадет торчик. Да че ж ты не добил-то его, ну е-мое, Блайт. А, дистант стреляет, шугает, все. Ну вот прогнал, вот сюда ломится, новейшие базы снизу. Вот это там пусть живет, че хотя бы с 6-то часов не выгнать его. Не, Блай на планетарку долбиться будет сейчас, ну е-мое. Не, в такой игре быстро перевороты идут. Блай чутка впереди, не впереди. Инициатива у Блая, почему? Потому что мех пассивен. То есть мехом нужно раз просто хорошо подраться. У Канина прям именно супер круто не получается подраться, чтобы развалить Блая, да, в клан. Блай как-то вступает наступлениями, козами туда-сюда покидает. Так, вот либераторы прилетели. У Тирана тоже много контроля. Посмотрите, микс. Тут типов юнитов 6 или 7 штук, то есть... Либераторов разложить, рейвенами касты кинуть там, поставить разные касты. Ну, остальное все послать хотя бы. Вот. Так, на развороте Блай брудами дерется. Бруды уже 2-2 стали. Ну, хорошо, хоть 2-2. Зеленочка идет. Блай отступает. Микозов недостаточно здесь, насколько я понимаю. Ну, вот брудов потерял сейчас всех. Отступал как-то так себе Блай. И дает Канину сейчас что сделать? Зайти на верхние базы. Понимает Блай, что стало многовато земли у Канинчика и делает 8 ультралов. Залетает Банша туда. Все, Канин просто хочет идти. Смотрите, вот зачем с Тираном драться в лоб? Да пойди ты ему самому выбей. Ему в 1000 раз тяжелее будет база занять, чем зергу. Ну выбит он их заново, хаты отстроил, да и все.
Так, здесь гидра бегает. 6 брудов там была где-то. Можно? Была именно в лоб прям. Принципиально как будто хочет конина, не знаю, в лоб убрать. Вот викинги в стеке летают. Зеленочку сюда одну кинь, все будет замечательно. Так, тут банша хату подрезаешь, судя по всему. Да, под нее спорку можно перекопать сейчас просто в легкую. Контролил конин. Посмотрите, баншу забрал. Чудеса, да и только. Конин контролил, баншу забрал. Так, ультралы сюда идут. Все. Уходят либераторы, уходят. Все. Тор пришел, спорку убивает. Хату сейчас заберет тоже. Ну, для Тора это легкие вообще задача. Забрать хату сейчас. Сейчас грудлинги на него прыгнут. Плюс плетка, но ни те, ни другие не справятся с этим мощным роботом. Ты не роботом, а этой мощной машиной, управляемой человеком. Так, идет Блай вперед, получает секеров, получает от туров по земле дэмэджа, под либераторов залезает сейчас. Ну, кстати говоря, конина отогнал, лимита больше, запас больше ресурсов, но конин заказал столько, что у конина много газа. Для Блая это хорошо, что газа много. Так, здесь Тора наказал вот этот ультрал с хп потерянным. Ну все, вот Блай 2-2 сделал, на воздух опять грейды перестали делаться. Все, пару-тройку ультралов сюда, конечно, давно Блая нужно послать. Вот сейчас они идут, Блай забыл про них, но нужно с лингами. Хотя и ультралы одни голые могут справиться, Канин сюда ничего не ведет, но Блай тоже забыл про ультра. А что? Пришли в рейндж этого сенсор таура, что дальше-то им идти, правильно? Так, 200 в 200 сейчас. Все, наконец-то я вспомнил про ультралов. Я уж думал, это никогда не случится. Красный вперед идет. Но неужели нельзя завести назад? Так, здесь надо одним рабочих бы пошатать. Ну, кстати, конин не чинит планетарку. Ошибка ужасная. Планетарочка падает. КСМ-ки падают. Ультралы вроде здесь все разрывают. Нафиг. Прилетают либераторы, не дают отступить Блая. Ну вот можно, как, знаете, конин на части армию свою сплетанул. Что мешает гидру взять сюда, прийти здесь, три юнита крестом. И прикрывая этих ультралов, просто сейчас, как бы, ну, убить это все дело. Так, ну Блай ушел, одним ультралистом только, правда, сумел уйти. И в итоге, ну, вот забегание, да, планетарку убил, но... В итоге, как бы, потерял ультралов на эту планетарку. Конин также восстановит и все. Надо пытаться подловить армию как-то, пока он не в куче ходит. Боевого лимита конина больше, все больше. В центре золото Блая зашатал. Блай в это время планетарку центральную конину пытается зашатать. Но надо ультралов поставить вперед. Вот он посылает Блай ультралов. Пошел. Ой-ой-ой, конин хорошим полукругом, фронтом. Идеальная позиция. Заходит сейчас с идеальнейшей позиции конин. Просто с идеальной. Блай попадается в этот фронт, вместо того, чтобы самому подловить. Оказывается, подловлен конином сейчас. Ну, вроде как по воздуху тут... Хотя нет, караптеры кончаются. Слишком много Блай на муви летает. Против 200 лимита тирана летать на муви. Ну, как это вообще описать? Это печаль полная. Нельзя так летать. Так, либераторы пришли, пытались разложиться, не разложиться. Блай теряет просто немерено. Но конин тоже не без потерь, конечно же, здесь бьется. Прикрывать нужно грудов. Гидра строится, линги строятся. Лимиты равные, Блай 200 даже не может мать. 94 на 71 потери, жесть. Но на 20-ку Блай все больше потерял. Заходит конин, вот эти базы Блаю сейчас выбей. Блай вообще опечалится, там газ добывается. Здесь газа нигде уже нету вообще сверху. Идет гидрой Блай вперед против туров. Она с лингами эффективно дерется. Заводит уже гидру под туров. Викинги тоже рядом есть. Но нужно больше лингов, иначе печаль без лингов. Так, Блай почти сливает конина. Но в итоге конин сливает Блая, насколько я вижу. Вот эти хаты, посмотрите, здесь личинок сколько. Еще продакшена-то здесь нет, не пойму я. Пытается окружить Блай конинчика. Да, прирост хороший, да, есть пару карапторов, но не хватает все равно. Нужно вниз идти, вот здесь, посмотрите, орбиталка, планетарка. Лингов Блай заводит туда сейчас абсолютно верно. Вот здесь орбиталочка, что мешает запилить Нидус туда? Ничего не мешает. Здесь либератор прилетел, начинает шатать. Новейшие мулы Блай конину сейчас убил. Пытается ЦЦшку сгрызть. И, кстати говоря, может быть, даже сгрызет, несмотря на два армора. Наконец-то против либератора сейчас выгнал. Газ нужно добывать. Газ ценен Блая просто как воздух сейчас.
Здесь слинги пытаются еще одну орбиталку убить. Они не реагируют никак, эту орбиталку. Нет, не... Смотрите-ка, поднял, молодец. Здесь что-то корабторы летают за либератором. Погнались под куретки. Куретки объяснят сейчас им. Один кораптор минус. Сзади викинги и стрибки прилетели. Кораптора забрали. Так, ну отсюда Блайканина прогнал. Вот здесь новенькая баска. Нужно ее занять. Ну как новенькая? Газа уже половина осталась. Блайхату сейчас строят, понятное дело. Здесь газа. А что здесь-то зачем хата? Ни газа, ни минерала. Блай вообще не видит, по-моему, что происходит. Опять либерат отлетает. Как он достал уже. И бомбит, и бомбит. Все забомбил. Гидралиски пришли. Наконец-то Блай выбил либератора. Здесь хата заказывает. Три гелиончика принимает Линги. Ну, это такие мелкие размены. Тут уже 100 900 на 77 потери. Жесть, потерь просто невероятное какие-то количество юнитов. 789 на 421. Вот, посмотрите, за всю игру что потеряно было. Я даже перечислять не буду. Можете посмотреть сами. Вот он, Стуков здесь, бедняга, даже один. Залетел, не на ту карту залетел. Ну, цифры впечатляют, конечно. 43 Брузлорда, 36 Вайпер. Ладно, давайте, короче, смотреть замес. Убираю здесь все. Приходит Канин, сейчас группа не слабая такой, нужно ее принимать, что Блай, собственно говоря, и делает. Здесь летает Банша, Банша в инвиз пошла. Микоз есть, Баншу можно Микозом сейчас. Микозом попал, кстати, молодец Блай. Канин в тыл заходит гидралиском, сейчас бегут новенькие линги, новеньких много, юнита от Канина бежит очень много. Так, гидра зажата оказывается. Блай тут принимает все, что может успеть принять вообще. 140 на 159, Канина все еще больше по лимиту, гидралиский минус, это фактически последняя армия Блая. Гидралов вообще за счет дефенс-дронов без потерь Канин практически убивает, с гелионами, со всеми-всеми. И 90 лимита на 149, все-таки Канин дожал по ходу дела. Так, ребят, запись, конечно же, будет, и здесь на Ютубе все будет. Потери 109 на 81, Канин убил всю Блаю, не потеряв сам, практически ничего не потерял. Ну да, я думаю, что здесь Блай, конечно же, хотя за счет королев, может быть, выживет. Ну, Канин новейшую базу занял, посмотрите, он у Блая ресурсы, здесь уже газ кончился даже. И здесь газ кончается, последней базе. Вот база есть, но здесь газ тоже не полный. Здесь новенькое золото, кстати, газа. Погодите, а газа сколько изначально? 2000 же. А, 2 газа. Здесь вообще по 500 осталось. Здесь вообще даже... Здесь четверть газа. 1000 на 2 газницы. Какие у Канина ресурсов больше, чем у Блая. Ничего у него не закончилось. Ну, газа, правда, тоже мало у Канина, я вам скажу. Газа у него негде, кроме как на одной базе добывать. У Блая эффективно дальше драться. Но эту базу нельзя потерять, иначе ГГ. Так, здесь Тора Блая кружил лингами. Королевы ультралиски идут наверх. Здесь база, последняя база с газом. Блая погибает, Блая восстанавливает золото. Че он насчет вот этого золота так думал? Вот золото, вот эту сразу надо восстановить. У Блая уже, кстати, хочу ваше внимание обратить, что и ресурсов-то не так уж много осталось. В центре Канина Блая убивает сейчас. Туров убивает, все убивает. Крип нужно новое делать сейчас. Лингов тоже не помешает Микси побольше. Хатку Блай восстанавливает, здесь заезд на золото идет очередной. Можно хелбатов трансформировать, золотишко сбрить, например, сейчас вот это. Это важно, газа у Блая как не было, так и нет особо. Ну, лингов что-то нету, сейчас последних своих рабочих Блай сливает. Или все, линги забегают, ну, хелбаты с 3-3, ребят, гелионы точнее. Ну, нормально Блай окружил, все четко достаточно. Рабов нужно заказать. Все, ресурсов ни у того не осталось. Довоевались так, что ресурсов очень мало остается. Здесь сэшечка Канин летает, понимает, что база это важная сейчас очень.
Есть только минералы, фактически. Королев у Блая хорошее количество, я бы сказал. Сколько их? 35 штук. А это значит масс-трансфьюзы. Ну, блин, до этого нужен крип. Согласен, очень хорошо, что это не Бо-5, потому что я даже не знаю, что будет. Это первая игра, ребят, и мы, вы видите, сколько ее смотрим. Она уже 51 минуту так-то идет, если что. Циклончики приехали, просто уничтожение, моментальная база. Блай почему-то не пытается отбить. Ну почему Блай не пытается отбивать эти базы? Ну лингов, не надо каких-то юнитов там фантастических сюда вести, если боишься потерять. Просто лингами, посмотрите, как они циклонов зашатали. А можно было не под гелионами, а вот здесь вот их принять, блин. Я вот не понимаю такой фигни. Криптуморы не восстанавливают. Все, нужно крип вот так вот хотя бы по центру, по половине держать, и все, как бы будет окей. Так, хату надо восстанавливать. Ну, здесь уже, ну, 1000 газа есть. Так, здесь золото добывается. Газ что-то у Блая медленно здесь добывается. Так, 163-193, там каких-то инфесторов Блай строят, еще что-то. Что у Канина есть на данный момент? У него микс-то уже не такой жесткий, как был, посмотрите. У него микс вообще слабенький. 4 Тора, 6 циклонов, 9 викингов, 4 либератора, 1 танк, 8 рейвенов. 20 хелбатов и 27 гелионов, короче, у него. Все, сейчас циклонов Блай последних фактически принимает. Циклоны уничтожены здесь. 3 штучки, между прочим. Ценнейших юнитов. Или один выживет. Ган ждет, тут смотрю. Ну, линги с адреналином не прощают. Хату Блай новую ставят. Паш пришел туда, Канин, своими циклонами, опять же. Сзади пытаются ультралы зайти. Хата готова, успеет ультралы прийти. Ну, от хаты отогнал, по крайней мере. Блай, то хорошо. Микос хороший. 2 циклона минус. Вот, Канин теряет сейчас инициативу. Зря он на месте стоит. Ему что-то нужно делать, пока ничего не происходит. Циклонов очень много подстраивает сейчас. Пошла атака на королев, залетает либераторами. Просто на муви, да не бойся ты, Блай, тут королевы просто развод. Зеленочка пошла по всему. Ультралы дерутся неплохо. Да куда ты на муви идешь? Да королевами убивает. Да трансьюз это дело, ё-моё. Всего 3 либератора. Дэмэджа-то тут и некому Канину наносить. Ну куда Блай бежит-то, блядь? Куда он бежит-то постоянно? Чё он боится-то, блин? Он внутрь королев зашел просто на оклик и пошли до трансьюз. Ну хотя в такой ситуации трансьюзить там дэмэджа много, но там хелбаты в основном. Неправильно, микс Блай оценил. Просто трансьюзить ультралов и королев надо. Вот здесь реально подраться, по-моему, надо было. Ну не знаю, все тут... А, ну конечно, последняя база была. Конечно, здесь надо драться было. Тем более за последнюю базу. Тем более, ладно. Если бы это было какая-то там в начале игры или какой-то момент, тогда да. Но за последнюю базу обязан был драть. Все, у него нету ресурсов вообще. У него 90 на 140 лимитов. И вот Блай в более плохой ситуации принимает бой сейчас. Трансьюзит ультралов. Трансьюзит неплохо. Развернись, трансьюзь же ты их. Развер... Некуда бежать, некуда бежать. Трансфьюзов миллиард, ультралы, посмотрите, как косят там. А было-то больше юнитов тогда. Вот еще ультралы приходят, Торов уже Блай убивает, 83 на 100 там лимит, королевы трансфьюзы теряют, все, энергии нету. И Канин минусует Блая, все-таки 1-0 в пользу Канина, я так понимаю, да? Да, 150 евро для Блая совсем не изи здесь получается. Потери, глянем, 128 тысяч на 99 тысяч сейчас восстанавливать Блая пытается хата, но это ГГ 45 лимита. До свидания. Смотрите потери, я вам оставлю пока это здесь. Просто смотрите и все. По юнитам конкретно. Фух. Кончился экшон. Конечно, этот жесткий, но... Еще игры не конец пока что. Канин летает здесь, баншами убивает.
Так, все, убираю. Посмотрели и хватит. Так, ГГ пишет Блайк, а они на 1-0. Я надеюсь, сейчас Блай не будет какие-нибудь улыны делать и отлетит сразу же вообще. От Канина нормально побегали. Час игра просто шла приблизительно. А час-то реальный сейчас. Так, спасибо еще раз Боча за Сбер. Ну что, ждем вторую игру. Так, ну а вам что напоминать? Поддерживайте меня и мой канал, естественно, ребятки. Реквизиты в описании, плеер напрямую, либо премиумами и отключенными отблоками. Ждем продолжения мы. Так, что-то чалик скулит. Сейчас я пойду проверю. Игра приостановлена. Так, все, хорошо, что вернулся, ребят. Забыли Take TV. Ну что ты, Харя? Иди сюда. Кажись, пацан. Давно не видели мы вот братана. Да? Скулить там сидит сквозняком. Дверь закрыла в комнате моей. Не выйти братану было. Не открыть никак. Оп, попёт. Все, потом, может, сходим с тобой. Как я считаю, потеря концентрации. Почему очевидные ошибки? Ну, начнем с того, что против меха, вот, тяжело вообще, в принципе, играть всегда было. Вот, а тем более против нормального исполнения. Было просто тяжело, на самом деле, ошибки, поэтому у Канина там тоже много ошибок.
Так, Боча 78 Рус еще присылает соточку. Игра Адреналин, спасибо тебе. Хорошая игра была на самом деле. Даже не зря час просидели, хотя бы посмотрели мех как там. Ну как компания, я не знаю. Вот у нас, знаете, там типа, вот вылетели банши, там все дела, они могут то-то, то-то там и рассказывают этот. Тирановский, да, там как бы. Чел, вот вылетели там либераторы, еще что-то там вылетело, короче. Все вылетело и все погибло в итоге. Короче, продолжаем. ТСМ готов. ТСМ готов. Так, на Twitch фонда рептилоидов нету. В смысле, на Твиче все. На Твиче есть реквизиты, по которым можно поддержать. И все дела. Привет всем, ребят. И посмотрите, здесь не Блай чизит, а здесь кто чизит-то у нас? Конечно же, Канин просто. Масриперов делает сейчас. Очень опасное время для Блая наступает, ему нужно понять, что происходит, а понять будет очень даже непросто, потому что на карте раскидано 4 барака сейчас. А, Блай спалил первый, а, ну все понятно. Блай понимает, что здесь чиз идет просто. Все ясно. Ну тогда нормально, тогда нормально. Блая нужно принимать, нужно масс лингов сейчас делать. Чем казаки от узбеков отличаются. Узбеки не тащат StarCraft. Они плов делают и у бармалеев делают еще всяких. Так, рептуморы выбиваются. По 4 рипера у Канина строятся, если что, напомню вам. Все, готов муфлингом. Пытается Блай окружить Канина. У него не получается это сделать. И бункер готов в центре. Ё-моё. Еще здесь и бункер готов. Я даже не знаю, как Блаю здесь быть, как Блаю здесь жить. Так, королева снизу, три сверху. Криптумор Блай пытается поставить. Криптумор нужен ему очень сильно сейчас. Так, попытка окружить реперов идет. Линги получают жесткие гранат сейчас. Пытается Блай пойти. Вот, на самом деле, ну, кстати, даже. Ой, Блай теряет королеву раз, теряет два. По-моему, это минус Блай вообще здесь. Я не вижу, как ему здесь отбиться. В спину зайти не вариант. Канин тут уже просто все шатает. Блай накидывается на бункер, реперы уходят на ХГ. Канин просто разгромил Блая сейчас. Просто разгромил. И по-другому и не скажешь. Посмотрите. 15 риперов, здесь 15 лингов, 2 королевы. Пишем ГГ, выходим. 2-0. Изи 150 евро отменяются. А изи 150 евро для Канина, а для Блая 75 достаточно будет. Все, минус Блай. Поздний роуч ворон очень. Видел же прокси барак. Что мешало сразу роучи заказать с реведжами? Ну, в принципе, роучи реведжеров можно также зашатать здесь. Ну все, Канин уже тут аннигилирует, как вы видите.
Вот вам и Канин. Ну что же, против кого он в финале-то будет биться? Весело за Канином наблюдать. Он даже с Протсом, я думаю, мех может играть. Шаби у него мертвая. Мана Соул там дерутся. Так, ГЗ из моей мисклика. Какой мисклик, точнее, не был? О каком мисклике говорит Блай? Съехал, типа, Канину проиграл. Ну, не знаю. Ты узбека, это было обидно. Ну хорошо, ладно, узбеки тащат StarCraft. Ну то, что у Бармалеев много, этого никто не отменял. Потому что даже в афганской войне много там было гадов всяких. Когда была. Ну не будем эту тему затрагивать. Вообще не было никаких тем, за BattleNet какие-то вопросы задает. Ну что, мана против Канина. Финал у нас. Вот такой вот у нас будет финал. Ну, естественно, если я начал Гуфу СК стримить, я его отстримлю. И сейчас будет финал, ребята. Мана выиграл.
Ну что, ребят, ждем, пока ничего не происходит. Кидаю вам сетку, кому интересно, на все сайты. Так. Юниты, говорит, была из контрола, ушли, и королев вниз случайно из-за этого спустил. Ну, бывает, там, в такой битве каждый мисклик решает. Но, честно говоря, там и Канин все достаточно четко сделал. С бункер этот вовремя заказал. Так, Frozen. Так, Храм во льдах, первая карта. Все, ждем начала. Так, определяют карты. Третья определяет. Все, карты определены. Сейчас хост будет.
Одновременно написал практически. Так, через мэджика прыгну, ладно, сам зайду. Так, буквально на секунду отключусь. Так, все, я здесь, ребят, прошу прощения, вернулся. И смотрим игру. Ну что, как Канин у нас будет ТВП играть? Это Бу-5, напомню. У Мана и Гейт Газ Нексус. Стандартный билд. Здесь барак 2 газа у Канина. Часочек, видимо, однобазовое что-то здесь будет. Так, не понял, Боттлнетчик, кто там что сказал, где? Твоя дочь, я имею в виду. И не буду отвлекаться пока. Напилил мана, тут Марика пару раз проатаковал. И посмотрите, что Канин делает. Делает он прокси-факту. Мана прокси проверяет и едет прямо сюда, к прокси-факте. Ну, мана знает Канина, как облупленного. Посмотрите, факторку нашел. Так, минка отменяется. Лаба заказана, старпорт пошел. Зачем здесь лаба-то, ему чуть не пойму. Ну, очевидно, чтоб танчик построить. Здесь сталкер сейчас будет. Так, Марик идет биться с... Циклончик пошел. Ну, кстати, циклончиком можно принять сталкера сейчас будет достаточно легко. Мана пытается тут убить. Обратите внимание, лабу. Пробочку минуснул Марик, неплохо. Здесь еще одна... здесь еще КСМ-очка рядом есть. Можно еще сейчас лабу будет вычинить и просто убить циклона. Циклоном сталкера. Да принимай ты его. Вместо того, чтобы минуснуть сталкера,
фокусом захватил сейчас нелепо конина рабочего. Рабочий погиб. Ну, кстати, может быть, он хотел пилон там запилить, я не знаю. Здесь второй гейт и робо уже есть. Обсерверы строятся, у мана все в порядке. Зря мана вот здесь пилон не ставит. Сейчас без пилона можно и затерпеть. Марики сюда все идут. Сейчас медивак будет готов. Готов медивак. Танчик сейчас будет готов уже. Нужно лабу, правда, после этого танка сразу на факте запиливать. Так, циклон приходит. Видит сталкера. Так, минусует одного сталкера. Второго тоже чуть не минуснул. Сейчас сканим. Вычинивает циклона. Да куда ты вперед ты его ведешь? Сейчас фокуснет мана его и все. Прилетает медивак уже первый. Надо бункер строить. Пошел прессинг. И прессинг этот очень опасен сейчас для маны. У него нету здесь ни пилона, ничего. Циклон как был дэмэджный, так дэмэджным и остается. Нужно либо так рабочих вывести, либо что-то сделать вообще. Контроль от конина. Мертвейший идет сейчас. Абсолютно плохой контроль. Хотя танк пока что... Да куда ты всеми-то бежишь? Всеми... Ой-ой-ой. Вот это конин... Все, здесь уже практически победа его была. Все, приди сразу бункер, закажи здесь. Выведи КСМ от плюс штучки 3 с мейна. И все будет замечательно. Конин же просто пришел, ни бункер не заказал, ни циклон не вычинил, ничего не сделал. На муви бегает. Всем привет, Ромаха. Летает Либератор. Успел стрельнуть Либератор, я смотрю, по Иммортлу. Еще до сих пор мана более-менее, точнее, конин более-менее себя чувствует. Здесь можно пытаться биться. Заходит под рейндж, под Либератора. Танк забирает сейчас мана. Конин еще не скоро следующий танк подстроит. Можно обойти просто Либератора сейчас, развести просто и все. Нет, эта игра проиграна уже конином, это очевидно. ГГВП пишет он. 1-0 мана. Нужно с первым врывом нужно было убивать. То есть просто не хватило контроля. Первым циклоном надо было обязательно фокуснуть сталкера. Потом через атаку можно было. Ну, можно было уйти. Пофиг там второй, что сталкер был. Подчиниться и дальше продолжать им харасить. Лабу можно было вычинить при этом бы, если бы сталкера убил бы. Так, через мэджика прыгнул. Так, ребят, вторая игра. Мана 1-0 ведет. Карта Руина Индиона. Кстати, для меха карта интересная такая.
4 базы здесь просто достаточно брать, и возможно мы увидим мех сейчас. Я так полагаю. А возможно и не увидим. ТСМ готов. Наши КСМ атакованы. КСМ готов. Так, секундочку, ребят. Да, посмотрите, опять прокси факта пошла от конечка. Строится Марик. 2 газа. Ну, очевидно, что чизить будет. Ну, вот будет в этот раз со своей половины. Пока мана прокси не обнаружил, очень сильно он хочет найти, но не найти, нифига здесь. Лаба на танчике пошла, старпорт заказан. Я не знаю, можно сделать, в принципе, можно сделать циклоны. Ну хотя не, зачем циклон? Посмотрим, может быть сразу танки первые будут от канина. Мана роба ставит быстро, я понимаю, что с канином это решение, потому что... А нет, это вообще танк слабо улетает. И старпорт на лабе будет. Миночка строится. Пробочка маны едет, спалил минку. Канин вообще никак не реагирует на эту пробку. Так, рептилоиды на другом захвате остались, сейчас не буду делать. Пока что на рептилоидов идет более-менее сбор. Панша залетает. Есть обсервер у маны? Да, есть. Летит через центр, что самое интересное. Этот обсервер прячет канин баншу номер один. Банша номер два делается. Через 30 секунд будет инвиз готов. Пробивает камни здесь. Пока не видит канин обсервер, а мана не видит прокси каниновская. Я думаю, сейчас он спалит случайно как-нибудь. Где банши вообще? Одна залетает и вторая залетает. На две базы одновременно летит канин. Так, а обсерверы не заказаны вовремя. Надо залетать, вот начинает канин рабочих стебать. Мало наубивал. Ну, на второй залетел, на второй начинает тоже бомбить, сейчас конич. А сервер на муве мимо вообще, кассы пролетает. Нужно пилоны сбривать здесь, и конин пытается развести ману на ровном месте. Отдает баншу, здесь просто прилетела призма с иммортлами плюс адептами, и хороший автотурель от конина, посмотрите, отбивает он иммортлов плюс адептов. Но не без потерь, рабочих много они, конечно, наубивали здесь. Так, хотя меньше, чем мана потерял. Мана 12 пробок потерял, а канин всего 5 рабочих. И канин в плюсе по лимиту, между прочим, остается. Но банши сливать было абсолютно не обязательно всех. Можно было еще разводить и разводить. Товарищ
готов. Высылайте подмогу! ТСМ готов. Пристройка завершена. Так. Пробиваются здесь камни маны сейчас. Призма опять вперед летит. Большая залетает от маны к Канину. Ну, призму попытается, конечно же, принять сейчас циклончиком у нас Канин. Ну, призма улетела спокойно. На баншу есть мазеркор с оверчажами. На второй базе, правда, ничего нет абсолютно. Хороший контроль от маны. Кстати, сталкеров законтролил. Молодец. Четко призму использует. Предспар. Да, конечно, завтра буду стримить ГСЛ. Приходите завтра, блин, сегодня я в деревню, поэтому не поехал. Надо в понедельник ехать. Так, мана приходит. Смысл убивать лабу? Просто не понимаю. Убивать здание само. Лабу убивает. Ну, пробил лабу, но она горит сейчас. Старпорт сейчас убьет, возможно, мана. Залетел. Не, не убьет. Старпорт вычинит. Канин, конечно же, его... Нужно уходить, мана третий Нексус ставит. Ну, мана все правильно делает сейчас, то есть пытаясь разводить, выходит в экономику, понимая, что против Канина он мех будет играть. Нужно просто экономика сейчас будет. Ведь Канин сейчас будет мышку на третью базу выходить. Ну, пока Канин нормально отбивается. За кого я? Ну, я за... За ману, я думаю, что все-таки Канина должен кто-то наказать. И это очевидно, я уверен был изначально, что мана Канина накажет. Здесь бы 5. Может быть, если бы 5 было, то Глайба наказал. Канин одну на мех, мехом затащил. Я думаю, вторую такую игру уже тяжелее ему было бы выиграть. Подобную, как первая с Блайбом. И вторую чизанул. Ну, не факт. Так, пошел скан на вторую, видит Канин, что здесь Сентри, Адепт и Мортлы стоят. Все замечательно. Что видит, но это ему особо ничего не дает. Третью вообще видел у Никсус? Нет, третий Никсус пока не видел, но я думаю, прекрасно понимает, что мана третий Никсус будет строить. Минус очередной обсервер на мейне. Мана видит, что здесь фактори, 5 штук уже здесь будет работать сейчас. Куда ЦЭшка третья полетит? Полетит, видимо, сюда ЦЭшка третья. Гелиона адептов быстро бы, конечно, убили, но мана засаживает их в призму сейчас. Все в порядке. Либератор минус сейчас будет. Ну, это кривой контроль от Канина. Нифига, ушел. Блинк на КДшечке был. Видимо, да, или мана просто забыл про блинк сейчас. Я, честно говоря, не понял, почему он не забрал либератора. Достроил оракула. Ну, туретки, во-первых, циклоны, туретки у Канина везде есть. То есть, как бы тяжело. В лоб убивать хз получится ли? Не уверен. Заходит мана, посмотрите. Кончаются дефенс-дроны, танки падают. И здесь только циклон нормально со сталкерами может драться. Мана уходит на лоу-граунд. Нужно новый танк сюда подвести. Вот с мэна забирает. Вот этот танк здесь не нужен уже. И медивак, хотя бы один, конечно, хорошо в таком миксе иметь. Почему? Да потому что будет тяжелее... танки фокусить. Два темписта добавляются. То 56 лимита у Канина, между прочим. Идет выход, сканит Канин. Где же мана, хочет он узнать.
Амана-то тут в центре сталкерами ходит. Циклонов реально много, и посмотрите, сталкер-то терпит здесь от захватов циклончиков. Выводит конин рабочих, чтобы все здесь вычинивать. Пошел очередной скан. Микс такой, что нужно врываться будет сейчас. Конин мана пробивает. Камни. Конин, обратите внимание ваш хочу на то, что постоянно конин делает грейд на циклонов дэмэдж по юнитам тяжелым и строит циклонов много. Пробивает эти камни, конечно. 170 на 139. Мех конина и против пропса даже может работать, говорит он сейчас. Ну, мана построил темпестов. И с темпестами будет тяжело драться конину, но все равно надо заходить. Чем больше темпестов, тем тяжелее ему и будет. Еще два выходят. Все, пошла атака. Одного конин захватывает, между прочим, циклоном. А один сейчас темпест минус уже будет. Нет, сбился почему-то. А, ну вижена на ХГ не было. Вот и сбился фокус. Хелбатами нужно обязательно вперед идти. Мана отстреливается издалека. Циклонов постепенно минусует. Сейчас и танки заберет все. Так, все, темпеста подрезал. Двух штук темпеста подрезал. Либератор раскладывается таким образом, что мана зажат минеральную линию. Дефенс дроны сильно решают. Циклоны решают. Викингов, правда, не хватает, чтобы темпестов забрать. И мортлы дерутся под либераторами, поэтому огребают достаточно быстро. И мортлы упали. Сзади сталкеры пришли. 112 на 95. Напряженнейшая борьба сейчас идет. Викинги понемножку падают. Циклоны новые приезжают. Циклоны, правда, не с темпестами дерутся, но сталкеров не осталось. 107 на 81. Конин что тут разобрал или нет? Ну, темпестов разбирает на второй. Мана агрессивные блинки делает, чтобы убрать циклонов, которые фокусят сейчас очень хорошо. Ну, циклонов 3 плюс, давай-ка, мана. Отбринкивайся-ка сейчас. Циклонов плюс 3 приехало. Минус, минус Нексус второй, минус рабочий и минус третья сейчас. База бы у маны будет. Конин просто сюда заходит в легкую просто и начинает все убивать. Так, Телбат пробок фокусит. Гелионы пробок фокусит. Пробки маны уезжают. 88-62. Здесь контратака на адептах идет. Но это два всего адепта. И мана даже без плюс один на землю. Все они неэффективно харасят. Это очевидный момент. У маны четвертый Нексус есть. Зря конин отпустил ману. Вот реально зря. Сейчас мана по 4 пробки со всех баз закажет. Экономику очень быстро будет восстанавливать. Ну, конин решил сконцентрировать всю армию. Вместе сейчас забрал циклонов. Барак падает у нас назад. Циклонов новых добавляет. 4 штучки есть. 5 штучек надо вычинить. Нужно что-то к циклонам. Там викингов, хелбатов каких-то, которые жирные танковали бы сейчас. Так, видит ман, что конинчик здесь стоит юнисами. Прилетают темписты, начнут сейчас отстреливать циклонов. Вот же, не понимает конечно, что упс, походу, здесь рядом висит. Очень нагло темписты летают, ребят, очень нагло. Так, сталкеры, блин, агрессивный наверх делают конину. Конин пытается их поймать сейчас. Ну, продемеджил сталкеров, отогнал ману, 73-96. Мана восстановил немножечко рабочих. Ну, блин, чё конин медлит? Ну, циклонов много, викингов много. То есть у маны микса тут 3 темписта да 3 сталкера крестом. В принципе, если в центре вот так вот сейчас с циклонами мана будет пойман, то он будет уничтожен вообще в секунду. Буквально. Выходит конин. Видит сверху сталкеры ходят. Видит, видит. Пошел замес. Здесь и темписты. Нужно темпистов захватывать, а не за сталкеров гоняться. Темпестов захватывает конин, причем там по 2 циклона сразу темпестов блочит. Сталкеры пришли, пытаются циклонов отфокусить мана, не так-то просто это сделать. Минус еще один на темпест, прилетают новые, есть 2 викинга. Почему делает армор конин? Потому что он на 2 типа юнитов распространяется, и на наземные, и на воздушные. Сталкер агрессивный, блин, под циклона делает. Минка залпы делают по циклонам, ой, по темпестам. Темпестов убивает минками конин. Еще один темпест падает. Офигеть, конин прикольно контрит воздух и все. На самом деле циклончиками там плюс торы используются. Здесь гелион приехал, ждет неплохо, смотрю.
Ну, нету атаки, поэтому долго ждет. Пробочки уехали сейчас. Ну, надо принять вот наверх, заехать просто. Спилон убить, например. Не все. Сталкер его ходит. Пытается, блин, сталкерами мана расконнать. Кстати, блин, сталкера здесь нормально решают. Так, циклон фокусит демажиного сталкера. Минки копаются прямо перед Тором. Вычинивает мана, причем Тора. Хорошо циклоны захватывают. Смотрите, как они с этим грейдом просто жгут вообще. Миллионы сверху пробок убили. Контратаки нету от мана. 1-1. Ну, Канин взял карту, но способен ли он с Ассирию побороться за Бо-5? Вопрос у меня вызывает этот момент вообще. Это вопрос, надо так сказать. Потому что тяжело, конечно, будет с маной ему справиться. Но эта игра доказывает, что можно, можно. Еще можно мехом против просто спокойно играть. Минус еще Оракул. Какие потери, давайте глянем. 23 600 на 17 в пользу Канина. То есть, да? Все, говорит, работает нормально. ГГ пишет мана. Сколько у Канина? У Канина 2 армора, говорит, и сейчас 1-1. Ждем. Хост создается. Через пакхи прыгаю я. Не распродажа. Так, что за хрень? Куда вообще? Ну что, Канин не готов пока, судя по всему. Так, вожу по стримам, хотел на свой зайти. Нажимаю на хэппи случайно. Точнее, всплывающее окно это. Опять реклама поперла. Ну что, сейчас Канин соберется с мыслями, подумает, как чизить ему еще раз.
Ну вот проблема меха в чем? В том, что без чиза стандартно с мейна как-то выйти в него, ну очень тяжело. Вот эти чизы у Канина зашли как бы, а зайдут ли другие — вопрос. Вот. А я вам напоминаю, что поддерживайте мой канал, включайте отблок, подписывайтесь на премиум по реквизитному описанию, либо через флэр поддерживайте. Ждем третью игру. Ну все, поехали, братва. Игра начинается, пока водички налил, попил. 1-1. Мороз, фрост, карта большая. Кстати, вот здесь мех тоже можно выходить, в принципе. Здесь, ну, здесь пошире, конечно, фронт. Но тут с хайграундов можно третью прикрывать. Газ чуть раньше барака был заказан. Депошечка, газ, барак. Тоже, в общем-то, ранний газ получается. Кейнмана разведают, кросс-респы найдется. Второй попытки Канина, но увидит все, что нужно. Здесь газ нет. Зики поддержал ваш канал на сумму 100 рублей. Поми, передай Канине на 50 грамм коньяка, заслужил чизерок. Спасибо, Зики. Как увижу Канина, передам. Поставлю ему полташечку за то, что приятный мех нам показывает. Ну, а мех всегда интересно смотреть. Может быть, и в Корею мех кто-нибудь начнет играть. В принципе, смотрю, работает что-то более-менее. Улучшение. Спасибо тебе, Зики. Кому навешать? Так, высчитал все. Адептика мана вперед, руба строится. Ну, все стандартно достаточно. У Канина факта старпорт, в старпорте медивак. А что полетит к мане? Это, видимо, будет марики у нас к мане полетят. Так, адептик флоуграунда запускает иллюзию, Канин на нее никак не реагирует. Мана и телепортироваться не собирается. Вчера подарил поцу игру. Это хорошо. Минка Марики дроп от Канина будет. Может Канин нам чудо-био какое-нибудь продемонстрирует сегодня.
против Португалии. Да там непонятно было в финале. Любой мог отскочить к его. Ну, это Блаю на минус 75 евро, а другим... А Канину на плюс 75 евро получается, не 75, а 150 минимум, еще и ману может потащить. Но я, честно говоря, буду в шоке, если Канину... Канин еще и ману затащит, это будет уже какой-то перебор. Так, дропчик на мейн, здесь призма с адептиками идет в контратаку. Знаете, пилон ставит с мана. Ну, а что тут от пилона этого? Зал по рабочему. Пилончик надо Канину убить. Что-то он долго соображал. Да убить этот пилон, ё-моё. Чё так долго тормозил-то, блин? Ну, давай, сталкеров отгоняет. Вроде Канин ушел. Можно больше извлечь из этого дропа было. Естественно. Здесь приходит мана, минус Марики. И дома юнитов ноль. У Канина это минус Канин. Это уже очевидный факт. Потому что когда ноль юнитов, а здесь у тебя 5 юнитов. Это ГГшечка, да. 2-1 мана. Где-нибудь реплей этого турнира? Ну, вообще, как бы, прямо из сетки на GoFSK можно реплей качать, насколько я понимаю. Но нужно быть зарегистрированным на GoFSK. Сдается игра, запрыгиваю. Фастрон поддержал ваш канал на сумму 111 рублей. Сергей Валерьевич, за здоровый образ жизни. Никакого коньячка, на кефирчик. Спасибо, Фастрон. Я согласен. Я говорю, ну я Канину, Канину. Пусть зайдет Канину. Спасибо за поддержку всем, ребят. Пользователь Букс активировал премиум на ваш канал. Спасибо, Букс, за премиум тебе. Ну что, погнали? Погнали вроде как. 2-1 мана. Ну, очевидно, вот такие игры для меня, как вот сейчас, более ожидаемые. Ну, предыдущий Канин четко все сделал, я бы сказал. Так, пробочка от маны приходит, начинает пилить ДПшку. По 5 демеджа нанося. Ну, кстати, я говорил, знаете, 9 хп осталось, успел Канин. Я рассказывал вам историю уже о том, как и когда я еще играл. Два раза таким образом выиграл ноунейма такого нашего тирана. И еще не только его там было в ладере. То есть бывали билды, когда просто депошку строить, чтобы не проехать. То есть только заказал и сразу хп не набирает, КСМ-ка другое начинает строить. Там 40 хп примерно.
у этой депошечки. А так как она не достроена, армора нету. Дэмэдж не 4, а 5 у пробки. И просто я приезжал один раз на ладре, депошку запилил, вышел. Один раз на турнире Кубков ОСК во втором туре. Так получилось. То есть нужно быть внимательным предельно на самом деле. Так, здесь пробочка ловит КСМ-очку Канина. Блай, тьфу, Блай. Блай сегодня уже сыграл. Канину проиграл, к сожалению. Кстати, не дает Канину здесь никаких проксей сделать мана. И уже Нексус готов у него. Канин, что-то марики копятся. На факте лаба Старфорд, может, однобазовая что-нибудь мы опять увидим. Прийти вот сюда, что танки наставить, как один из вариантов. Мана строит робо сейчас. Так, роботик застраивает. Пилончик пошел новенький. Ага, посмотрите, Канин-то не просто так здесь сделал, рабочего оставлял. Это Fusion Core, черт побери. Это Fusion Core. А Fusion Core это рейндж либератором, значит, просто. Мана проверяет все вообще везде. И даже через Fusion Core проют, знаете, но когда ты вот играешь так, как Канин, вот вам и результат, посмотрите. Сейчас мана еще и Fusion Core найдет, блин. Мана молодец, проверяет чизы. Заказана пушка Либератора, вот эта ренжовая атака. Ну, кстати, успеет Канин некоторое время поблочить, я так полагаю, с этим грейдом, потому что пока мана пробкой придет. Оп, не поехал сюда. Везет Канину. Хорошо, что не поехал мана сюда. Я уж думал, а вы видели, то shift через shift было прокликано здесь. Я думал уже, что спалит, скорее всего, да, Канин, но не спалил. Канина мана. У нас плюс газ, еще один либератор строится дополнительный. Так, 38, 40, 41, 40 секунд делается грейд этот. Обсервера бы сбить бы хорошо, но сбить не получится. Сейчас спалит мана, что здесь в старпорте делается грейды какие-то. Подумает, видимо, что это у нас банши после либератора одного. То есть один либератор без пристройки, потом банши. Но сейчас увидит мана точно, что это. Поймет, что либераторы. Ну, кстати, здесь юнитов не так много. Конец, может ли в лоб отбиться? Вопрос. Амита поддержал ваш канал на сумму 300 рублей. На шоколадку, дочки. Спасибо, Амити, тебе большое. Заходит, смотрите. Так, заходит мана на ХГ. Адепты сталкера, я не понял, что он уже паровоз там. Чё, Канин боится-то, принимай бой. А вот циклон выехал, все, надо драться. Дал, вот, ну, бред Канин делает. Дал сейчас мане наварпиться на халяву. В итоге отбиваться просто нечем. Либераторы уже не спасают. Тут сейчас либератор один разложился. Ну, кстати, марики здесь бьют больно достаточно. КСМ-очки новые сейчас. Выходит вперед, либератора пытается мана отфукусить. Отфукусил либератора, заказа у Канина нету. Дома грелка строится. Ошибка, знаете, в чем Канина была сейчас? Абсолютно очевидная причем ошибка. В том, что сейчас, когда мана свой, он кривейшим образом просто пытался зайти наверх сейчас. И Канину просто нужно вниз втопить было оклейка. И эти сталкеры бы с адептами погибли. Причем там призма криво летела. Если бы Канин захотел, вот она сюда, вот здесь находилась юнитов паровозом этим, ну так называемым, не забыл, там лифтом, короче, да, лифтом пыталась завести на мейн. Она бы, если бы здесь разложилась, сразу бы ее исфокусить нужно было бы. В итоге, короче говоря, 57-49. Так, здесь либератор блочит целую базу, но грелка готова, все, минус либератор. Так, здесь Канином вроде ману сливает понемножечку, убивает сталкеров, убивает все, 37-20 парабам, ну, парабам куда ни шло, еще хоть что-то выжило, но ЦЦшки третьей нет, все-таки это печальная ситуация. Готов.
готов. ХСМ готов. Спасибо, Амити, тебе за поддержку. Всем спасибо, очень приятно, ребят. Так, выход от Канина идет. 18-16, между прочим, по лимиту. Но без танка-то что он хочет здесь сделать? Да, Либератора с рейнджом. А, ну циклоны есть, в принципе. Что циклонами попытаться подблочить? Либераторы подлетают. Канин, что ты творишь? Черт побери, что ты делаешь? Циклоны минус кривейший, вообще наломатка. Минус Канин, 3-1 мана. Пишем ГГ, выходим. Это называется, так и делает Канин. Абсолютно верно делает. А я делаю стоп-старт. Чтобы вернуться к вам.